Ну вот. Ну подожди, он типа... вот так. Сразу рейди нажали? Да. Все. Фига, он быстро. Нас даблкил. Новенький улетел, как бы. Ну, сейчас карту в призраке поизучаешь, смотрите, в принципе, нормально. Гайды пошел смотреть. Скорее всего, Тенгра убил Гиперток. Ой, прости, пожалуйста, Джози. Потому что Джози бежал вместе со мной. Нет, смотри, Джози ко мне... В смысле? Джози... Я видел на встрече, мне бежал то ли Гиперток, то ли еще кто-то. А кто-то кого-то открестить может? Ну, я только Гипертокс. Гипертокс, это ж ты был, правильно? Я тебя видел, но мне прикол, откуда ты знаешь, вот кто сейчас это говорил? Это артист. Артист говорит. Это артист. Откуда ты нас видел вообще? Я тебя вообще не видел. Я изначально появился вместе с Джози, он пошел в душевую, я побежал вверх. Мне навстречу бежал Тенгра. И сейчас выключился свет, я его починил в... Там, где, короче, сейф стоит. Ну, мы вот, с артистом, да, начали вместе. Я потом побежал направо, потом забыл, что надо квест начать справа выполнять, который на код. И поэтому я сначала там потыкался. Короче, ладно, я зарепортил. Я зарепортил труп, я бежал ко мне навстречу, бежал. Ну, короче, свет выключился. Я увидел, что это был Джози. И вышел, смотрю репорт, ну, чуть подальше. Ну, да, но парни, это... я говорю, я только артиста Гипертокса видел, мужики, там, ну, мы бы просто пока света не было, кто-то еще побежал, чикнул. Я говорю, я вообще не по делам. Просто тыкался, много времени терял. Там по-всякому, но не чинишь свет? Я? Ты. Я, короче, объясняю, я могу окрестниться только тем, что зареспанился спустя 10 секунд, у меня бы даже килл не откатился, и я как раз-таки только начал бегать и зарепортили труп. Так, а ты чё, упырёк Финаргот, молчишь? Я думаю, это его Кент стопудово, он второй маф. Я понял тебя. Ну, короче, для меня бист и артист, на самом деле, два медных игрока. Пока что. И в безбаша чисто закинул кто-то. Да, нормально. Подраил толчки мага. Все, как там по толчкам, блядь. Ну, я просто нажал, потому что у нас потенциально... Ну, понимаешь, десерт, да? Нажал, понимаешь. Это даже трипл килл. Смотри, я на самом деле... Гипертокс с красным до меня до конца играли. Смотри, я думаю, это Финн и Джози. Вот, ну, как бы вот так. Ну, стой, не глядите, а почему ты на меня не думаешь? Чему вообще? А потому что без баша я видел в начале игры, труп был после, там даблкил в начале был. Да, даблкил был в первом начале. Да, ну вот, а мы с безбашом, по-моему, в начале бежали, он куда-то там в угол забежал. Где вы увидели даблкил? Я просто пробегал мимо лайфлайнов один раз, там вообще никого не было. Где именно какой даблкил? Мы не увидели даблкил, я просто по таймингу нажал. В начале игры. Не, я вот спрашиваю в начале... А, вы имеете в виду в начале игры? Я думал, в начале раунда вы... Так, ну давай, ты придумал бэкграунд для своих оправданий, а, Финаргон? А мне нужны оправдания. Вообще оправдываться надо, подожди. Хорошо, убиваем Джози, Финн. Ну это просто сейчас, подожди, это что за геймплей вообще? Типа, я думаю, это Джози плюс Финн, Финаргот оправдывается. Это что вообще? Ну типа... Не, ну я понял, здесь парочка нарисовалась, здесь Дезертук, Гибертоп. В этом раунде просто гляди
бы мы были в первом, ну, в этом раунде с гипертоксом фулл раунд вместе, а он был без башун в первом раунде. Я вообще в ахуе. Типа... Так вы я вдвоем думал, бегали весь раунд, так это может вы вдвоем и без баш поедете. Ну, может быть, но поэтому я нажал кнопку, да? Ты можешь, можешь переубедить. Ну, ты можешь никого найти. Может, убил сейчас под кнопкой, нажал на ней. Давайте, погодите на нас. 20 секунд, я голосую в джойсе. Да я на гипертоксе. Не, я в гипертоксе. У меня есть только один факт. Это 100% гипертокс, 100% гипертокс. Короче, это Финн и Джози, все, без баш. Финаргот плюс Джози, полный бред. Окей. Молодцы. Не, ну на кнопку нажимать при троих мирных это не по-мавски. Так там, да, там типа когда шел второй килл уже, по идее. Заебёте, блядь, лохи. Обыграл, блин. Че такое? Да блин, на самом деле я в прошлом раунде не мог найти. Ну, мне там килл откатывался пару секунд, я бы успел, да. Да я никого найти не смог, короче. Я понимаю, что надо просто найти убить кого-то. Я просто никого не нашел. А че я пропустил? У вас тут было весело, что ли? Немножечко веселье. Наконец. Я пришел, только Джози вот вылетал, вот, а меня за спауни трахнули. Блин, с этой хренью так сложно размансить против мафа, когда он саботаж включает. Блин, фигово. А я не починил это. Ну, тайминг. Нужно им делать меньше тайминг у этого саботажа. 90 секунд — это очень много. Что за фигня? Если бы ты все двери закрыл, им пришлось бы еще открывать. Ну, надо. А разве можно? Разве можно, когда? Не, во время саботажа нельзя. До саботажа можно. А, ну да, можно. Надо, да, надо заранее. Так а без баш бы открыл, он же ко мне пришел и уехал, он бы открыл это, по дороге. Это мой криптонит, двери — это мой криптонит. Чатик, нельзя закрывать двери во время саботажа, это не полюс. Где труп? Где-то справа? Блин, как это объяснить-то? Ну, справа где-то. А он, скорее всего, где-то около лабиринта, да? Да, около лабиринта. Так да, нас там 100 тысяч человек сейчас будет в лабиринте. Около лабиринта? Ну, Джози, я опять тебя посмотрю. Это артист. Да это артист. Почему? Да потому что я захожу в душ, ну, в душевую, и артист бежит со стороны люка. Так я полотенце собираю. А пришел я оттуда, тенгр... Погоди, ты же рядом то бежал, там, почему ты не то есть ты там собираешь последнее полотенце, а не в самой душевой, где душевая... Я маги. В,
самой душевой, в самой душевой этого большого полотенца, оно мне не кликабельное, его не нужно собирать. А как ты попал сначала... в душевую, родной? Он про... я с реактора... Ой, с реактора. Меня поражает. Я вообще-то зарепортил тут, вы сами нарушаетесь. Финн, я встретил артиста около туалетов, он шел вниз. А теперь он собирает полотенце, но не значит, полотенце. Я был, я вниз, так я говорю, вниз, он винтанулся. Так послушайте внимательно, я не винтанулся, я спускался вместе с бестом, я узнал код, потом побежал вверх, там уже стоит там уже стоял Тенгра, он меня, возможно, так видел. Тенгра после тебя шел, подожди, как ты его встретил? Так он я видел, что я шел, а не винтовался. Вы слышите, что я там был странный мув, когда только починили нет, свет, почему-то бист стоял. Так просто... мы по килу будем. Я думаю, что бист первый, но типа... Мужики, я потерялся. Я думаю, чисто я думаю, что бист первый, потому что фигню какую-то про меня не начинает. У меня было ощущение, что ты хотел сделать скилл, но случайно увидел. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Либо, короче, это Гипотокс, либо, скорее всего, Джози, потому что Джози последний раз видел Дэвашо. Мужики, я нажал кнопку. Еще в душевых видел человек если, 5, там и мага если... меня видел, и Тенгру меня видел, и Гипертокс меня не, видел. Если меня убьют, разговор если сейчас похож не выгнали, на рандомные слова. Но он не хочет рассматривать. Ну все, окей, тогда размен мне беста, хорошо. В смысле вы размен? Сказал, что ты бежишь... А почему человек такие люди? Я один без там. Я вообще человек не понимаю, или я что? Человек сказал, что я не у него пришел. Я мирный, что ты пытаешься вывести. Видите, он мирный, он так долго летел, так только мирный летел. Сейчас тебя привыкнут, не будет никаких срачей. Смотрите, я сейчас без оров и прочего объясню. Я захожу в душ, и артист шел реально со стороны люка. Ну, странно вообще оттуда идти, потому что он чуть ниже там всего остального. И как раз убийство было в правой стороне, откуда и ведет винт. Кто голосовал со мной в артиста? Ну, смотри, Финнергот, можно вопрос? Я голосовал в том раунде или нет? Это видел? Я в артистов кинул. Не, я не голосовал, я вообще не понимал. Если я голосовал, то я голосовал за... Я тогда за скибу. Получается, мы с артистом скипнули, правильно? Нет, я скипнул. Артист беста, значит. Артист, скорее всего, в беста. Кто со мной голосовал в артиста? 4 человека. Я в артиста кинул. Я в Джойс голосовал. Единственная ручка моя была. С артистом под туалетами. Он делал крюк вниз. Была одна в Джози, была моя. Он был прямо над артистом, и я увидел, что у артиста было 5 лайков. Смотрите, мы вдвоем с Тенгра скипнули голосование, артист поставил беста, правильно? Подождите, я проголосовал в артиста, проголосовал бист, кто еще? Да, я проголосовал. Я не ставил руку вообще. Джози, и кто четвертый? Я тоже не ставил руку никуда. Я просто сидел. Ну, было 4 голоса. Бист, ВЛС. 5 голосов было. Нет, было 4. ВЛС-то голосовал? 4. Нет. Я сказал, зачем чувака поканули просто так? Я сидел, вообще ничего не... А кого ты голосовал? Я даже скип не нажал, я просто сидел. Ну, у тебя голос твой защищен. Нет. Да. Может быть, я в скип нажимал? Кто тогда в скип 2 человека нажал? Если я голосовал, то я, скорее всего, скипнул. Я никуда не проголосовал. Это не точно, я могу ошибиться. Просто я могу... Короче, между теми, кто голосовал в артиста... Я думаю, что бист рейтинг почти 90%. Как фотографии проявляются? Ну, моя ручка в Джози лезет. Просто положи их, потом приди через минуту, и все. Бист, как минимум, потому мул, который только что был с артистом. Так я же тебе сказал, с каким артистом? Подожди, какой мух именно? Я тебе сказал, что я видел, как он бежал, но это странный крюк. Что еще? Ну, для меня артист ушел трейдером. Он реально, он что-то говорил там, полотенце он какие-то там собирал. Смотрите, это либо двойка, либо я не знаю. Я закачал данные, спускаюсь в двигатель, отключают электрику. Я бегу в админку. Мне сначала навстречу бежит Тенгра, через долю секунды ВЛС, и за ним валяется труп в админке.
Я вообще стоял, думал, ты кого-то убил, потому что только что я видел Гиперсокса. Короче, информация правдивая, Тенгру съебывал оттуда, я видел по камерам, а Фин бежал налево. Откуда Тенгру съебывал? Откуда? Не, но этот труп... Бист, это труп ВЛСа тогда, не Тенгра, потому что ВЛС бежал второй. Я видел, как ты съебывал слева направо. Дядь, я вообще стою в комнате, которая выглядит зигзагом с пушками. Друг от друга бежали, ну то есть вы разминулись. Хорошо. Зигзагом. Это получается между Тенгра и ВЛС. Ты туда только что... Ты туда только что... Нет, это точно ВЛС. Я туда только что из центра пришел. Нет, я никого не убивал, у тебя аргументация... Ты уже артиста поканул, я твой последний маф, алло. Если что, ты тоже артиста поканул, друг. Я в скип нажал. Да, ты вообще говорил, что... Короче, скорее всего, у нас два трейсера, это велосипедист. Ну, я говорю, что на семерке голосуем. Да, блядь, что за трэш? Не, я голосну, вы лучше скипните, чтобы на семерых не кикнуть. Но я говорю, это ВЛС. Мы скипим на себя. Да зачем? Ну я вот думаю. Ты слышишь его речь? Можно там? Смотрите, у нас артист просил запаковать Беста, это раз. Блядь, он меня хотел позапаковать. Подожди, да, я договорю, пожалуйста. За это за речь. Он тогда сказал, что я краснил артиста, потому что я видел, как он поднимался. Бист сказал, типа, что этого не было. Плюс сейчас он говорит, что я бежал слева направо по камерам, типа, когда я просто поднимался вверх. Нет, так и было. Ты мне навстречу выбежал, потом ВЛС. Ну, я выбежал с этого. ВЛС всего два голоса, меня видите? Просто легко снять, всего потому что я... ВЛС заголосовал быстро. Я и Бист. Ну что, все, скорее всего, трейтер. Я скипаю. Ну, все остальные тоже скипают. Да, стоп. Подбежал на кнопку. Тенгри, я тоже подумал, что его стоит убирать, но если Финаргот может быть с Бестом 2 трейтера... Короче, еще раз хочу сказать, почему меня хотел вывести артист. Почему? Его первый вывел, сказал Финаргот, что он бежал от винтов. Не я. Я сказал просто, что мы встретились, и он в итоге сказал, что это Финн дает твою инфу, говорит, что я. Он просто кого угодно пытался затопить зачем-то. А может быть такое, что у нас же даблкиллов не было вроде? Мы могли он Финн первый выдвинул. Не, тогда бы скорее всего... Нет, проблема знаешь в чем, Джози? То, что для меня ВЛС сейчас железобетонный трейтер, потому что мне бежал на встречу, как я сказал, Тенгра, а потом ВЛС, и за ВЛСом буквально несколько метров валялся труп. Я не убивал никого, я карту не знаю. Чел, что ты ко мне прикопался? Ребят, смотрите. Там двери были открыты. На 7 человек вы должны будете нажать кнопку спустя какое-то количество времени, потому что у нас Финаргот и Бейс, возможно, и по теории могут выходить... Мага, знаешь, в чем проблема? Секунду. Если они не трейтеры, то мы 100% кто-то из них, мы 100% должны кикнуть ВЛС, потому что из него было всего два голоса, и все остальные скипы. Смотрите, в чем проблема. Смотрите, артист, скорее всего, реально ушел мирным, потому что, когда мы спрашивали, кто в кого голосовал, у нас одного голоса не хватало, и, скорее всего, это был голос ВЛС, но я думаю, ВЛС бы признался бы, что он выгнал артиста, если бы артист был бы трейтером. Тогда Бист может быть трейтером, чисто в теории. Не, ну Бист тоже ВЛС подтопил по камерам. Ну, точнее, он там в сторону Тенгра говорил. Когда был килл, я стоял на камерах и сказал, где кто, как я мог на камерах. Там не было дабл... А, стоп. Дабл килла ты имеешь в виду на первом раунде? Хорошо, а это может быть, допустим, двойка Тенгра плюс ВЛС какая-то потенциальная, ну типа... Это может быть Тенгра плюс Финн, который сначала снял артиста, а потом... Тенгра съебывал от света тогда, когда Финн бежал, а ВЛС был у трупа. На самом деле, ВЛС... Я ВЛС голосовал. У меня еще рука собралась, понятно. Петя, и это ты был, да, Петя? Это я был, это я был. Я тебя прирежу в этом раунде. Я тебя прирежу в этом раунде. Петя, тебя идут резать, не подходи ко мне. Блядь. Это, брат, я прячусь. Бля, не прирезал, зато магу прирезались. Да. Смотрите, кого ты прирежешь, собака, а, блядь? Я дверь не смог открыть, я тебе это прирежу, ведь. А мага за что, блин? Я видел только Тенгра и Джози в этом раунде. А где ты Тенгра видел? Я тебя видел, как ты пробегал, где кстати, уголь нужно засыпать. Подождите секунду, у кого-то есть инфа по кому-то еще?
Ну, я по Джойзе, по первому раунду, когда был репорт, короче, я говорю, что я последнего без Баша видел с Джойзе. И потом кто-то зарепортил Гипертокс, говорил, что, ну, там с стороны без Баша бежал Джойзе. Гипертокс при этом мертв, потому что я говорил, что это может быть сама репорт, либо Джойзе тогда. Слышите, вот. А куда вы Гипертокс и Джойзе? Подожди, потому что Гипертокс в первом раунде зарепортил труп и сказал, что ты был около трупа. Так там около трупа, прости, был еще и Тенгро, и Файстил. Перед трупом я убежал на лайфлайн, и я ставил тебя с Безбашом. Вы оставались, ну, там очень близко к другу. А я могу узнать, кто сейчас где есть, просто приблизительно? Смотри, мы с Дезертуком на кнопке оба. Хорошо, Бист. Я свет починил только что. Где? Где? У вертолета. Чего, что есть сетки с каких-то стаков? Ладно, хорошо. Да, может, нескольких. Джоси, ты где? Мы вначале пересеклись с ВЛС. Не вначале, сейчас где? А, сейчас? Ну, короче, вот этот коридор там, где еще надо подняться по лесенке наверх, чтобы дверь открыть. Ну, я не знаю, как он называется. Что? ВЛС, ну, где-то в центре карты, короче. Я там же, где видел тебя, я не могу справиться с дверью в кухне, если что. Ну, это что, не шутка. И, да, я думал, что Петя свинка, и он находится в кухне, вот, и поэтому... Да, да, так кикайте свинку, нахуй. Чего? Что за кикайте, прошу? Запаковали, блин. Я никого не убил за игру даже. Ну, блин. А, ну тогда Тенгра второй. Минус дезерпук. А, минус дезерпук. Ну смотрите, ну, если ВЛС не обманул и он не делал киллов, то это получается Тенгра, потому что он бежал прямо перед ВЛС. Он бежал перед ВЛС. Нет, а теперь смотри, почему нет. Потому что я по нулю дефал артиста. Мы только что вывели импа, соответственно, я не могу быть у тебя вторым. Вот, не, а сейчас... Ну... Подожди, Финн, где ты есть сейчас? Не, ну в смысле, а тебе какая разница? Я тебе выводил ВЛС. Я просто хочу узнать. Я сейчас нахожусь на камерах. На камерах. Хорошо, Джози второй. Скажу, где кто был. Бис катался на пролете и поднялся на кнопку. А, Джози был в электросети. Но я, кстати, не видел анимации килла. Я просто видел, что он был в электросети. А Финн починил свет на стартовой палубе и пришел через кухню на камеры. Ребят, есть у меня подозрение, что это Тенгро, потому что человек, не находясь на камере, знает, где кто находился, говорит, это я, потому что это не я, аргументирую только тем, что дефол артиста. Ну, типа, мне кажется, аргумент не очень, ну, типа, валидный. Ну, я в этом артиста, раунде артиста тогда надо, можно было спокойно просто не, я думаю, сказать, что я типа... Я думаю, мне ВЛС напиздел, потому что если бы он, ну, не может быть, что он не делал киллов, потому что он бы меня убил вместе с Тенгро тогда. У нас в первом раунде даблкил был, алло. За короткий промежуток. А, да, кстати. А, ну он точно врет. Джози. Чё, Джози? Он говорил, что он не голосовал в артиста к тому. Что, я в Тенгра голосую? Ну просто Бизли меня ничего плохого не делал, а Финаргот вроде как не вместе с ВЛСом. Поэтому я думаю, это Тенгра. Мы в Джози оба проголосовали с Тенгра. Да. Парни, а как выигрывать, если человек, ну, человеку нож хотел... не выдали? Ну, как я выигрывать? Никого не убил за игру, вы каждый раз нажимаете кнопку, а я не знаю. Почему ты него просто бездумно бегай, убивай, это карта огромная. Просто жми кнопку, десерт на самом деле, десерт на самом деле красавчик, потому что я репорчу, у вас вы просто так начинаете все говорить нон-стопом. Я даже не, я зарепортил, у меня есть инфа, соответственно, я даже сказать ничего не успел. Карта настолько огромная, что просто пару слов и десерт это запомнил. Там просто совпадение, потому что я увидел артиста, думаю, бля, он что, винтанулся, побежал туда, спрашиваю, где труп, вы говорите справа, я такой, все, это артист. Слышишь, Финн, я никого не убивал. Вы вообще такую туфту слушаете? Дабл килл, не был дабл килла. Да, меня, кстати, не ВЛС убил. Меня Джози убил, Финн. Да, я не убивал его, реально. Я не знаю, как Джози это сделал, потому что я чувствовал себя просто... Может, он зарепортил, допустим. Ну, просто люди же не ожидают, что на протяжении стольких количества раундов, ну, все будет по одному киллу. А тут мы еще...
На электричестве? Короче, фиолетовый и красный бегают вместе, бегают. Потом я возвращаюсь по их пути, а там зеленый мертвый. В смысле, по-твоему, могли сделать этот килл? Если что, да. Я думаю, что мага сделал этот килл. Я могу объяснить, почему. Потому что мы изначально резнулись только вдвоем, вот, и он начал бегать за мной. То есть, в какую бы сторону я ни шел, он бежит за мной. После чего к нам резается бист, он от меня отходит. И после чего я ухожу от биста, и он опять бегает за мной. Окей, а Сер, можно мне поговорить, потому что меня обвиняют? Окей, как мы можем вообще с Тенгра сделать этот килл, когда ты мы мог изначально зареспаунились, вместе с Тенгра бегали в упор, ты зареспаунился ну, труп, я так понял, что... Ну, сделать этот килл, я думал, вы вообще вдвоем... А, смотрите, между нами один, я думаю, только так. А за мной бежал сейчас... как раз... Тенгра, если ты не трейдер, объясни мне, как я мог сделать килл, когда мы с тобой смотри, мы с тобой резнулись, ты за мной бежал, после чего к нам резнулся бист, я пошел с бистом на лайфы, а ты остался там, после чего... Нет, ты я на лайфлайнах стоял с тобой. Нет. Я с тобой на лайфлайнах стоял. Короче, Финн, я подхожу к лайфлайнам после них, почему-то они начинают бежать влево, я думаю, а пойду чекну, как они прошли сюда. Начинаю бежать по их пути, они вместо того, чтобы пойти влево... Бист, ты вместе с нами прошел. Бист, ты с нами шел. Да, и я стоял на лайфлайнах вместе с вами. Да. И желтому убили, когда я стоял на лайфлайнах. Тенгра и мага, вы думаете, может бист может сам репнуть и вас поставить? Может, потому что Тенгра этот кью сделать не так. Да скипайте, ребят. Думаешь, мага? Да, ошиблись. Тенгра! Ни хрена не понял. Смотрите, сколько мне голосов. А кто голосовал за магу? Я, бист, кто еще? Я. Ну, три трейдера, получается, проголосовали. Я... Смотри. Если бы я сделал килл, ты бы увидел кровь. Крови не было. Ладно, я нажимаю. А чё мага стоит на кнопке, но не нажимает? Он, видимо, аж пришёл же сюда для того, чтобы дать какую-то информацию, но не нажимает. Мне сейчас было очень страшно. Мне интересно, я думал, что бы произошло будет. Просто. Нет, я просто побоялся, что ты сделаешь саботаж. Тенгра. И смотрите, если Тенгра не второй трейдер, он первым килл сделать никак не мог. Тенгра, объясни мне одну вещь. Я зареспавнился, мы бежали с тобой в упоре, я стал на лайфлайн и вижу, что желтого убили. Как я могу у тебя сделать скилл, когда бис сзади? Я, кстати, живой. О, ребят, стоп, да, дизинфа, сори. Короче, я думал, что мага мог сделать этот килл, потому что когда я побежал за бистом, мага от нас отошел, но я же подошел к лайфам, килла еще не было в тот момент. Поэтому мага тоже не мог сделать. Окей, а как ты объяснишь, что трейдеры не докинули? Что? Я не знаю как, но... Типа, он может быть вторым, но этот килл он вряд ли сделал. Потому что я к лайфам подходил, килла не было, а после чего мы с ним пошли в электросеть, и только потом побежали за бистом. А я подошел... Мне кажется, у него слишком много рук улетело. Слушай, а как... если ты подошел после него, как ты мог не видеть меня, который стоит на лайфлайне, когда мы были вдвоем? Ты уже отбежал. Я не мог отбежать, мы вдвоем подходили с Тенгра на лайфлайне. Смотри, я подошел на лайфлайне, там был мертвый, я не знаю, врет ли Тенгра или нет, может он уже был мертвый. Там был мертвый желтый, это правда, мы подбежали. А Тенгра говорит, где было? Первый килл мог бист сделать, я самый кстати. Первый подошел из вас. Да, знаешь, да. Я же когда и спрашивал, что мог ли бист это. Мы когда мы подошли к небольшой апдейт, я как и в прошлой игре никого не убивал. Уже был сделан килл на желтом. И после этого выбегает бист коридорчик и говорит, а это Тенгра или мага? На куре. Потому что я думаю, один сделал килл, а второй меня шел ебашить. Тенгра никак не мог сделать килл вообще. Поэтому Тенгра в прошлом раунде... А Тенгра смысла ставить тогда было во своего... Почему вы побежали обратно? Зачем потому что не набрал ты? Меня 4 голосов зачем? Не набрал. Зачем ты бежал за мной, если вы оттуда прибежали? А зачем ты бежал за мной, когда зарепортил труп? Потому что я думал, что мага импостер и хочет меня зарезать, потому что я подумал... А мне кажется, вы шли меня ебашить, и ты увидел, что там килл есть.
Привет, привет, Кэти. Ого, это чем? По квестам можем выиграть? Получается, нет. Ну, надо все равно кикнуть хотя бы одного трейдера, потому что сейчас два дабл-кила и все. Мы не знаем, где убили. Мы эти мы не можем выиграть по квестам, я не знаю, когда тебя. Скажите, пожалуйста, кто голосовал в магу? У нас же Финн не был мертвым. Подожди, Безбаш, как ты прошел? Подожди, Безбаш, ты должен был видеть Финна, как он с тобой пересекся. Нет, бис, ответь на вопрос. А как мы. Кто-то из нас мог сделать скилл там, когда мы зареспавнились вдвоем? Ты там же зареспавнился, и там у тебя не было кнопки репорта, а мы побежали вниз. Позже вы были еще вдвоем, я смог отбежать вниз, и пока я бежал... Нет. Как мы могли развернуться и успеть кто-то из нас сделать... Кто-нибудь сейчас был с магой вообще? А мы первый я шел без. Я был вначале в Джозе, потом мага. Ну сейчас, в данный момент, смотрите, я с Финном пересекся под лестницей, которая вот ведет к кнопке. Он бежал как раз-таки от лестницы. Я после этого поднялся наверх, сделал свой квест с навигацией и пришел на кнопку убийства. Короче, я выводы сделал, проголосовал. Смотрите, кто-то четвером голосовал меня, среди них, я думаю, есть два трейтера, потому что... В первом раунде мы скипнули, а во втором раунде мне все равно прилетело 4 голоса. Хотя от Тенга залетел не важно, я не знаю. Мага, у тебя прилетело 3 тех же, плюс мой. Нет, мне просто кажется, в первом раунде слишком мало инфы, чтобы так много голосов против человека давать. Это нет, дело даже не в этом. Во втором раунде мне прилетело все равно 4 голоса. Хотя а кто голосовал? Я. Ну, в последний раз я голосовал. Магу я поставил. И кто? ЛС поставил, говорит, последний раз. Я поставил. Почему-то не повторяю. Сейчас поставил. Ребят, скоростное прокачение поставил. Давай. Давайте квестики. Если мы не сделаем квестики, мы проебем. Артист! Артиста прямо на камерах убили. Ребят, теперь ребят, мага еще сильнее красняется. Еще чуть-чуть осталось, ребят. Так у нас два трейдера сейчас в данный момент. Да, да, что? Да. Ну, смотри. При семерых кикать, да, такое. Хотя ладно, давайте скипаем, мы это делаем. Они за 20 секунд. У меня есть уже закончились, могу кого-то подстраховать. Чтобы сделать трейдерам 3 килла, им нужно... Блять, сколько? 50? Минута, по-моему. Не, мы 40 минут играли. Мы не успеем. Ну, короче, я сказал, что мага краснеет. Успеем, это каждому по одному, по два осталось. Успеем. Если тебя еще убьют, да? То это еще да. Быстрее сделают. Да, не может. Но я подумал, я потому что артист считаю, мертв, что артист трейтер. Скипал, когда было 4-4. Мне кажется, ВЛС трейтер, но ВЛС не убивай никого, пожалуйста, спасибо. Хорошо, я как в прошлый не буду никого убивать. И все, в это я заблудился, я не могу загрузить данные, я не знаю, как туда пройти. Ну по карте, смотри, на тап нажми, иди просто. Я нажал, я пытаюсь взять, ну. Давай, все получится. Это слишком сложный лабиринт для тебя. Ну, мы почти выиграли.
Я прошел квесты, кстати. Только что с мобилки я кому-то про ногами. Это очень классно, но сейчас мы точно должны теперь кого-то кикнуть. Я думаю, что, смотрите, я думаю, что Абис может быть вторым трейдером, но это... Я думаю, это не Тенгер, а не Файскилл, на самом деле. Блять, мы с Файскиллом только пробежали. Тогда это Бисбаш и Бист, если что. Этот килл сделать Бист не мог, но Бист может быть вторым трейдером. Блять, у меня два квеста осталось, только попробуй меня кикнуть, блять. В смысле два квеста? Ребят, смотрите, я могу 100% окрасниться, потому что скипали Джози и Артист. Я не понял, что да я про тебя вообще не думал Джози, с самого начала. Да, мага красный. Джози мне кажется, или все, кто голосовал в мага, уже мертвы? Почему нет, мага красный? Же... Все, кто голосовали в скип, мертвы, а все, кто голосовали я в магу, сейчас... это Бисбаш, Бист и ВЛС. Между ними кинь. Я вот сейчас голосую в магу. Я думаю, Бисбаша тоже можно показать. Нет, ребята, не делайте ошибку, вы проебете. Бист, кого ты голосуешь? Тебя мага. Ты что сказал, попробуй меня затопить. Артем, я уверен, ну, что да, мага мирный, и мне нравится твой голос. За мной бежал, ну все, тогда, ребята, говорю. Давайте, я не знаю, в Биста тогда поставьте, но не в меня, я ж мирный. Что? Бисбаш, ты шутишь сейчас? Ну смотри, Гипертокс когда были киллы, мы в раунде с тобой бегали. Я думаю, мага сразу красный. Тенгра первый. Ну нет, но я-то свой цвет знаю. Кого еще здесь? Я с тобой бегал, я тебя не отходил. Ни шаг три раунда назад, когда был килл, я от тебя не отходил. Один килл, я думал, хорошо, один. Ну окей, Бист, хорошо, но для кого? Кто для тебя трейтер? Только что стоял Джози на камерах, за мной бежал Файскилл. Я пробежал, блядь. Голосуйте, ребят. Сердцем между Бисбашом и Бистом, но не попилите. Так. Нормально. Чисто Wi-Fi поймали. У вас единственный шанс сейчас. Нажимайте на кнопку как можно быстрее. Не, у меня два куста осталось. Да, ты можешь починить. Блять, никто не пошел на кнопку. А, нет, тут есть. Вилас, почини. Там саботажа цвет, что ли? Почини. Блять. Ебать, я свет выключал. Хорош сюда. Почему вы не хотите магу вывести? Я вам говорю, мага я бежал не за знаю. Мной. Там убили. Вот мага бежал красиво. За мной. Там бля, Гипертокс, красава. Я, типа, я не знал, что это так работает. Я только сейчас... Надо на вас, типа, чтобы голосовали. Нет, нет, ты первый не делал. А, ну все, мага не делал первый килл. За что его выгонять? У тебя нет больше... За то, что трейдеры в него не докинули, как минимум. Да. В смысле? Так за меня 4 человека голосовали, и даже во втором раунде... Да сначала 2 голосовало, понимаешь, мага, я и Бист. Я голосовал в каждом раунде. А на втором раунде, когда меня красили, за меня проголосовало 4 человека. Я даже последний раз... Да, потому что я еще докинул еще. Во втором раунде в тебе трое проголосовало. Во втором раунде меня 4 человека. Я говорю, все, кто голосовал в магу, мертвы, я не знаю, ребят. Нет, трое, я Бист. Блять, я не понимаю, последний раз говорю, за мной мага бежал, там стоял Джози, бро, только что перед репортом говорит, стоял Джози. Я проголосовал опять магу, вы проголосовали, блядь, почему-то... Из всех, кто голосовал в магу, мертв только был Финн, и все. Финн, Джойс тоже вроде в магу голосовал. Нет, он голосовал с Финн. Я объясню. Просто магу просто каждый раунд кто-то окраснял. У меня просто не оставалось так больше. Так я не делал киллов. Я не делал киллов, в том-то и сделал. Поэтому мне тоже... Да в итоге без Баша вывели, а не магу. Я не знаю, я магу голосовал. Я вообще охуел, что без Баша голосуют. Хотите прикол? Я бежал нажать на кнопку, потому что мага опять треснулся вдвоем изначально со мной и начал за мной бегать. Ну, не, стой, мага со мной вроде был. Ну, я там первый с магой треснулся, потом уже ты и еще плюс один. Да. А че Артем смеялся? Да я унитазы за кем-то чищу. А, ну это норма, это норма. Короче, труп маги валяется около лестницы, где, да, где электросеть, короче. Так стой, ты что, спускался, знаешь, десертик с самого ну, начала? Ну, так я там и делаю он квесты, он репорт да. нажал, друг. Да, я репорт нажал. Не-не-не-не, он туда спустился еще до того, как килл успел. Алло, ты слышишь меня? Так я там квесты делаю. Здравствуйте. У меня там 1, 2, 3, 4, 5, вот эту хуйню делать. А, то есть ты спустился, побегал, там потом вернулся к лестнице? Да, у меня там мага валяется, я про это говорю. А стой, а Тенгра, откуда ты знаешь, где килл?
Потому что я с магой резнулся, и он туда пошел. Первая открыла 10 секунд. Это не я, не Джози. Вот, Джози встретил в двигателях, сам пошел наверх. Как вы бегаете по этой карте и не упираетесь в углы, объясните? Мне кажется, это артист. Привыкнешь. А что, инфы больше не будет? Ну, у меня нет инфы. Он прям по краю. Где территориально еще раз тут? Где лестница? Около электросети, около лабиринта. А погоди, а сверху или снизу? Снизу, 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 снизу. Он, то есть, даже не успел подняться. Мы спустились с ним, я пошел делать квест, возвращаюсь, он там валяется. Я тебя убивал, но он, скорее всего, трейдер. Я тебя вычислил, артист. Ты бегаешь по краю вижена. Кстати, звучит убедительно. Я тоже думаю, что это артист. Ребят, вы в прошлом артиста трогайте артиста. Я вскинул вас. Не надо трогать. Так, дезертук артист, походу, я вычислил. Да. Это селф-репорт, и он его дефает. Да. Я в дезертука. Давай, ебашь. Это селф-репорт от него. Не понял, а кто меня потрогал втихаря? Я тебя потрогал. Блин, ну я бы потрогал, но это было я. Хуйня, блять. Если на админке валяется труп, то это бист. Но тут никого нет. Максимум еще снизу на палубе, может быть. Где труп? А труп прямо под туалетами, и, по-моему, это был Тенгру, который прям рядом с трупиком бегал, а потом убежал резко от меня, когда я подошел. Блин, а где, интересно, труп Дипертокса? Если что, сейчас на камерах кто стоит? Я все время стоял на камерах. Хранилище видел? Я только-только зашел туда, прям под камерой. Хранилище — это там, где какие-то штуки в сетках? Там, где кристаллик по центру. Блин, чувак, такой красный. Нет, где алмазик? Красный алмаз. Я не помню, да. Ребят. Я угорал с того, что я вижу сам себя на камеру и смотрю, как на меня смотрит дезертук. Вот это было смешно. Но это все. А где труп? Под туалетами. Вот в помещении, там, где ящики. Там, где ну, я сейф. Понял. Ну, я говорю, я подошел, и Тенгру начал бегать от меня, когда у меня кнопка репорта загорелась. Просто ну, очень а кто странно. Это был? Ну, короче, это был Тенгру. Просто очень странно, потому что Тенгру говорит, что он заходил, где алмазик был, а это в противоположной стороне. Да. И камеры горели, типа, я же... Ну, если по камерам подтвердят, потому что я мог ошибиться, это мог быть кто-то другой. Он мог винтануться. Просто, по-моему, это был Тенгу. Ребят, я не готов руководствоваться, вы как-то, ну, начали... Типа, по-моему, я видел. Лето винтануться в хранилище никак, типа. Тем более за короткий промежуток времени. Ну, мне нужно дойти до пролета, винтануться на пролете и добежать... А ты прямо никнейм его видел, Джози, или что? Там кусочек никнейма и розовый рог, по-моему, я видел. Такая притча была какая-то розовая. Ну, смотри, розовые, розовых больше ничего нет, кроме меня, а я вообще был сейчас на админке. И поэтому, как бы... А скажи по админке информацию. Да, по Не, я пришел на админку чекнуть труп, я думал, бист убил, потому что я у манекена одевал, у меня бист слева от меня проходит. Я думал, он винтанулся, прихожу, на админке трупов нет. Сейчас бежал на посадочную палубу, если там валяется труп гипертокс, то это бист, но я ведь не хз. Не успел нет, там добежать. Ничего не было. Я там не был, мне так кажется. Ага. Оговорка по Фрейду, бист. Да, что такое? Алло? Я могу узнать, кто меня голосовал? Ну, Джози, Фил, да. Я считаю, голосовал. Что артист сливается с местностью. Я скипнул. В смысле? Ты заправляешь бака, стоишь, и я тебе только панику увидел. Бензин QT, понятно.
Артист. Стоп, ты артист, говоришь, бензин заполнял? Я заполнил. Да. Я ж тебя только что... А, подожди. Ты не мог мне только что... Стойте, я как раз сегодня опять артиста, я в прошлом раунде его видел во время даблкила. Вот, и... Я про прошлый раунд говорю, когда был даблкил. Я с артистом... Ты меня видел в прошлом раунде, окрасняй меня. А тебя я убежал в итоге. Так я там и остался на пекале стоять. Окрасняй меня, или прирежу. Я ж не знаю. Смотрите, если у нас дезертук... Не дезертук, не артист, свой цвет я знаю... то у нас остается Джози без Тенгра ВЛС, но вот Тенгра мне реально ВЛС нравится. На камерах стоял, я думаю, ВЛС Мирин тоже. Да. Но в прошлом раунде, да, он на камерах стоял. Тенгра и Джози друг друга кушают. Тенгра и Джози друг друга кушают. И Джози говорит, что он меня видел еще. Да. Вы знаете, дела? К чему я это веду? Короче, потому что можно кикнуть биста. Нет. Почему Финн Мирный? Ну, да, ладно. Смотри, между Финном и Джози один, я думаю, что Финн мирный, а Джози говорил, что видел меня там, где меня не было, соответственно, это Джози плюс один, потому что один не говорит, что меня голосовал. Я скип в любом случае. Я не понимаю, почему он окрасняет Финна по странным совсем аргументам. Я думаю, скорее всего... Потому что третий голос вам не был. Ну, братан, ну почему он окрасняет Финна? Потому что ему некого против некого играть больше. Потому что Финн с тебя руку поставил, ты не можешь его окраснять. Понятно, дело, что ему только меня обвиняют. Скорее всего, второй бист. Надо было его кикать просто сейчас. В смысле, семерых проебать? Ну да, трейдера бы проебали. Ну, Джози. А, минус Джози. Лол. Джози не стал. Лол. Лол. Ну, тогда Джози. Это получается Тенгра Бист? Да, слушайте, я бы не стал убивать Джози никак, типа. Я сейчас был дезерпуком, артистом, и да, самое главное, я убежал от них, они чинили что-то, и я увидел Тенгра. Кто последний раз видел Джози, где он был? А где ты меня видел? Я не видел. Я тебя увидел, вот ты сейчас через дверь... Где этот уголь засыпать в двигатель? Сука, почти все квесты сделал, никто да, не делает. Ладно, да, я с главного зала вышел, дверь открыл, правда. Ну вот я просто, мне сложно пока что. Я говорю, это Тенгра Бист, получается. Я? Ну, кого? Ну, у нас был разноцвет Джози Тенгра. Ну смотрите, у нас дезертук артист, они друг друга кроют. ВЛС стоял на камерах, и у нас остается... У нас остается тройка, я Бист Тенгра. Я нажимаю на кнопку. Где ты меня мог заебашить? Где ты меня мог заебашить? Около вертолетика, где свет. У какого, блядь, вертолетика? Тебя даже близко там не было, блядь. Что ты мне рассказываешь? Я поднялся, сбросил мусор вместе с артистом, спустился вниз, встал на платформу, тебя там не было. Ты там в люке, что ли, сидел? Все, давай. Ребят, если что, если вы сейчас планируете меня я Финаргота. Нет, я в Биста. Я в Тенгра. Это Финаргот. Нет. В Биста реально. Дверту, походу. Нет, не голосуй Биста, блядь. Я, сука, нажал на кнопку в шестерых. Ты что, прикалываешься, блядь? Еще меня кикать. Что ты делал? Финаргот просто... Либо он не видит игру, либо он трейтер, блядь. Я голосую Финаргота. Заебись. Я голосую сейчас. Петь в кого? В Тенгра. Типа, не слушайте, еще раз, я в шестерых нажимаю на кнопку. И меня говорят, выводим его. Вы клоуны. Спасибо. Ебать. А, хуй вам, хуй вам. Я успел, так, стойте, блядь, я не понял, что произошло в прошлом раунде, почему у нас при разноцвете Тенгра Джози, блядь, у нас какая-то бист. Да, потом кто починил электричество? Я починил. Внизу, на стартовой палубе. А я очень долго бежал к вам. Че?
Ну что, мы снимаем тенгров против Джози? Я тенгров 100%. Подождите, подождите. Никто больше не признается, что починил электричество, поэтому это точно не тенгра и не я. Я кнопку нажал, тенгра починил. Так, хорошо. ВЛС, артист, дезертук. Я бежал за вами, вы заползли по лестнице, а я видел, как артист краешком улетел на такой пердящей платформе. На платформе я уехал, я полетел в этот свет чинить, но не успел. Я спустился, уже свет починили. Блин. Хорошо, смотрите, у нас тогда... Ну, тогда, получается, кикаем дезертука, который Тенгер собирался кикать. Чё, блядь? Ну, да, чё? Ну, в смысле, а кто у меня два трейдера? Фин, послушай, мы с артистом были вместе во время даблкила, и мы кроем друг друга в этот момент. Именно во время даблкила. Мы не весь были, я встретил его. Ну, не весь, в конце, но в конце встречи были. То есть Тенгра, будучи трейдером, вместо того, чтобы сделать килл, закончить игру, взял, починил электричество, чтобы я нажал на кнопку или что? Охуенный план просто. Ну, чел, если он не нашел киллов, типа, ну, войну. А зачем мне свет? Ну, типа, с таким же просто успехом мы тебя можем фин вывести. Потому что, гляди, я артист. Крою за тот раунд даблкиллом. При этом я видел перед этим ВЛС. А я кнопку сейчас нажал, понимаешь? Так вот именно, кого кикать, кроме, блять, вот, ну, если я видел артиста ВЛС в том раунде, я в дезертука. Вот ты нажал кнопку. Да, дезертука. Чё, блять? Они друг друга окрасняют с самого начала с артистом. Артист, ну, получается... он еще сидит, молчит. Это, наверное, дезертук и бист были, да? Если это не дезертук и бист, да, то Фенрвуд я могу вообще. Это дезертук бист. Дезертук артист. Ну я же валенки, валенки, я вместе с дезертуком, ну блять, он починил электрику, я не могу его кикать после этого. Это единственный аргумент его? Хорошо, мой аргумент, я нажимаю на кнопку в шестерых, мы пробежались мимо друг друга, Фин, у вертолета, я об этом тебе сказал, ты говоришь, я винтак сидел, окей, но я говорю, блять, я нажал на кнопку в шестерых. Какой нахуй бизнес, я нажимаю на кнопку, если мне проще сделать килл. Я случайно мага убил на лестнице, так обосрался, что обратно на камеру убежал. Что вы пристали, не видел, все. Мы просто пересеклись с тобой, Фин, я никаких винтак не сидел. Да пофиг, у Next. Я вот одну катку, мне надо будет на пару игр заменить. Я просто отойти надо будет. Если бы не были бы закрыты двери, я бы зарепортил бы. Ну, точнее, кнопочку нажал. Блять, не успел. Где? А, в коридоре между оружейкой и связью. Бля, честно? Так двери по всей карте закрывает, наверное, только бис. Из нас. Вот честно. Я не знаю, это может совпадение, жесткий брос, но... Чтобы вначале... Я бы сгорел на месте без ста после этих это вещей. Это классно, давайте покинем. Ну я зарепорт... Да, давайте. Смотрите, так, на кнопке был безбаш гипертокс я. Five skill вышел вроде как там, где этот алмаз, да, Мага, ты там был? А, меня закрыли в комнате с трех сторон, и я подождал, пока кто-то откроет дверь, в итоге кто-то открыл. Я на платформе убил. Да, но это я открыл, ты этот. Я понял. Да. Это не мага, получается, не безбашник, гипертокс, не подожди, я. А мага не мог зайти после килла в админку? Не, меня закрыли прям в трех дверях. Он вроде дверь не открывал, которая ведет в ту комнату. Я снизу открыл. А он не мог сначала убить, а потом закрыть дверь сам? Не мог, сам, потому что закрыли в самом начале двери. Нет, но я не думаю, что это мага. Я поясню, почему я не мог этого сделать, потому что 10 секунд откат килла у трейдеров и закрыли двери. Окей, вот. Уже минус 4. Кто еще дальше, кто с кем? Ну, я свет починил и пошел за репортал. Спавнился, и все. Я еще могу сказать, Финн не трейдер. Потому что трейдер не может убить трейдера. А, да? Хорошо, блин, Джози дезертук остались. Да я один был, да. В электро. Я, причем, кстати, около себя пробегал.
когда спускался вниз. В лабиринте. А труп еще так, раз давайте. Где? Так лабиринт это тоже электро. Дизельтруп, ты видел, Джози? Я пойду Джози. Чистить толчки. Он только что сказал, что в электро. Ой, в лабиринте. Я в лабиринте. Мага, ты не трейдер, ну, слушаешь? А с какой стороны? Слева. А, слева, не, я справа. Я мирный. Дизельтруп признался, кстати, голосом. Да. А кто в меня поставил? Мага, а, это что, получается, дезертук? Я получается, дезертук опять, да. Опять мирно вибут. Опять признался, да? Я не знаю, мне опять кажется, выиграть больше шансов, если кикать по этому рандоме. Я, честно, соскучился по первой карте очень. Самой, которая. Мне кажется, это кайфово. Это тоже прикольно, да. Я просто 0.1 секунда, блядь, ВЛС и ТС оторву, блядь. До кила? Он признался, у него 0.1 секунда. 0.1 Wi-Fi грузил, блядь. 0.1. Подожди, а кто сказал, что лучше кикать кого-то на рандомах? Это Джози. Давайте кикнем Джози. Ну, а вы сами посчитайте, типа, как, какой... Да я предлагаю кикнуть на рандоме Джози, потому что он предлагает крутые идеи. Да давайте, давайте, ну, типа... Давайте начнем с Джози, да? Сократим подозрение круг. Я по рофлу голоснул, он просто, типа, с дезертуком вдвоем остались, я по рофлу, если что. Но я тоже подозреваю дезертука. А зачем ты кнопку нажал? Да я просто захотел ее нажать. А, понял. Красава. Я стоял на камерах, а Джози стоял в комнате, как будто КД откатывал. Это правда, Джози? Да, я ждал, пока КД на убийство спадет. Ну потому что ты стоял в комнате. Уйти будет легче. Чистосердечное. Опять меня кто-то поставил. А кто в дезертука голосовал? Я. Без башек кто? Я. А ты записываешь, что ли? Запоминаю. Ксирую. Это Тенгрей Бис, скорее всего, два трейдера. Если не прав, то сорян. А почему? Бы, нет, Тенгрей, я думаю, но рядом если с ним... Если сделали два килла, Тенгрей Бис бегут со стороны лайфлайнов, там лежит труп. Скорее всего, они сделали дабл-килл. Не надо было немного приближаться. Но артист с ВЛСом стоят вместе, как бы... Да. Никому не... Смотри, артист. Мы с Тенгра отбегали от лайфлайнов, и там был один труп, сейчас два, что скажешь? А, то, что я стою... Окей, давай тогда кикнем вначале... Вначале Тенгра? Не, послушай, а Мага, что, смотри. Блядь, я с ВЛСом сейчас стоял, ко мне пришел Гипертокс и Тенгра. Да, да. Почему ВЛС стоит? Это скорее Гипертокс и Тенгра будет. Почему ВЛС? Я говорю, что это Бист и Тенгра. Нет, я говорю, что это не вы оба. Этот, смотри, мирные, послушайте меня, мирные, смотрите, Бист говорит, что там оставался я и Тенгра. То есть, по мнению Тенгра, ой, по мнению Биста, Тенгра тоже сюда ходит. Давайте мы кикнем Тенгра, потом вы кикнете меня, а потом уже Биста. Но это сам репорт от Five Skill'а. Нет, ты только что говорил, что я еще и Тенгра был, а там, скорее всего, дабл-килл. Смотрите, Вилас дефает артиста, то есть, у них там не может быть два трейдера, правильно понимаю? Ну мы так и на камерах и остались, мы не проходили подожди, дальше. Подожди, можно дам инфу. Смотрите, я стоял с Магой на пульсах, у нас один килл был, я побежал это к вам. Это неправда, это фейк инфа. Я побежал к вам, трое стоят на... Окей, okay, ребят, это фейк инфа, могу подтвердить почему. Артист, я рядом с вами пробегал, когда вы стояли вместе мы с... Мы остались на камерах, ты пошел дальше, да? Да, вот-вот, то есть так я не мог уже стоять на пульсах. У нас был один килл. Не-не, я сразу зарепортил труп, уже пробежали вместе с Бестом, то есть моя инфа совпадает. Все, это подтверждает причем то, что... мы увидели килл, я пришел на охрану. Уверен, времени прошло 10 бля, я кажется, это фейскилл, блядь, просто топят либо... Не, ребят, короче, я сказал, что Тенгра Бис, мы можем скипнуть, подождать 2 килла и потом... Я думаю, скипать на самом деле. Скип, потому что меня уже поставили 2 голоса. Я кажется, там репорт от все, 2 голоса, все, я думаю, что ничего подтверждать не надо. Я скипал. Не, это я в тебя поставил, я мирный, мне просто было впадло думать, ну и ты орал что-то. Просто в семерых это очень странно выводить. Сори.
Подавился, блять. Я сегодня другого кота, может, поставлю. Снимите тенгра. Это я нажал, потому что... Ой-ой-ой-ой-ой. Снимите тенгра, снимите тенгра. Ребят, все... Да, это точно тенгра плюс бис, скорее всего. Ну, нет, может не быть, бис, не бис, не бис. Я только что... Бис, нет, я починил только что. Потому что файв скилл мертвый. Да, да, нет, тогда я участвую. Все, тенгра сняли. Я Wi-Fi качал. В тот раз не стали голосовать, надо голосовать так, как маг завещал. Все. 100%. Если что, у вас Вилай самый мирный за столом. Да, я самый мир за столом, индит. Индит. Ну ты признался, да? Типа. Нет, я тебя просто окраснил, чтобы тебя не выкинули случайно. Ты маф. Мы квестами успеем сейчас быстро. Нет. Зеленый, синий, красный, желтый. Зеленый, синий, красный. Ну, не желтый, коричневый. А-а-а, свежие деньги. Фен. Привет, друже. Как сегодня у тебя с настроением? Привет, да, с настроением нормально. Я просто не выспавшийся, потому что мы день рождения спойлера праздновали. В 10 утра я играл. И нашел Quick Hunt'ика, поспал полтора часа и вот сейчас подрубил. А потом мне ехать на другую квартиру. А чё, блять, я без связи не могу выполнять квест? А, все, я понял. Блять, ну так нельзя. Так. Ну чё? Там призрак. А я думал, ты маф. Нет, нет, нет. Ну ладно. Только что на камерах видел, как Вейлас захуярил, блядь. Кого? Кого я захуярил? Чё ты несёшь? Бля, Артём, какой же ты грязный хуй Джози, блядь. Мы догадимся, подходите. Да, во-первых, во-первых, все, кто стоят на связи, все, кто туда приходит, подходят на починку и чинят в любом случае, потому что на карте до сих пор баг, и трейтеры не могут чинить связь, а призраки могут. И плюс сейчас призрак починил связь. Просто Джози подходит, стоит АФК, блядь, стоит, ждет нахуй. А призрак починил связь? А я не знал, что трейтеры не могут связь. Ебать, нормально мне катку залили, получается. Не, но призрак все равно ничего не решал. Решал бы. Решал, блядь. Не нажал, в смысле, Артём, там никто не чинил, они стояли на кнопке, а дверь закрывали. Блять, что за хуйня, нахуя за призрака чинит свет? Вы вообще типа не знаю, что. Перестаньте, блять, двери закрывать, это невозможно на этой карте просто. Бля, это, да, это прям очень сильно. Мага, ой, мага, бист. Злодей стоит АФКшит, блядь. Я не знал, что трейдер не в следующий раз, бист, когда я буду заходить на админку, я открою все двери, чтобы, если что, успеть убежать от тебя и нажать на кнопку, потому что, скотина, я тебя видел. Ты случайно попался. Я, если что, не байтил никак, нет, они не проверял, это не думайте, типа, я сам связь не чиню никогда. Не, ну мы все встаем, даже как минимум просто встаем, но все чиним. Я тоже не знал, что надо вставать, я сейчас. Сори, я не знал, окей, окей, хорошо. Это точно баг, это у разработчики уже сами подтвердили, что это баг.
где? Труп валяется у вагонетки с правой стороны. Ребят, и пока еще инфа, я еще второй труп видел. Он лежит в центральном коридоре, там, где по лестнице ковер поднимаешься, есть лабиринт. А вагонетка это где? Вагонетка это там, где вот кнопка. Это надо саботаж, где. С какой, погоди, с правой или с левой? С правой, с правой. Справа. Да просто на карте справа внизу там. Или смотрите, только нет. Что с электросети пришел. Вагонетка гипертокс, она под кнопкой, где. Ну, бистейл на камерах. Кнопка админки. Хорошо, допустим, бистейл на камерах. Он пришел с электросети. А стой, а этот, сама платформа, она к какой стороне припаркована? Она там же и стоит. А мага и Безбаш были в душевых. То есть убийца, скорее всего, ушел через винты, потому что мне навстречу никто не бежал. Мне единственное, я встретил Тенгра, который выбегал с этих ассалмазиков. И, по сути, он мог туда попасть. И меня ты встретил еще. Но тебя я еще до этого видел. А, ну да, мог, потому что я был в архиве под камерой 8 секунд, после чего под камерой на этих, типа, я бы никак не мог убежать. Не, слушай, я на камерах стоял до этого, и я не видел тебя на архиве под камерой. Бисто, ты когда пришел, ты там был, Финн? Я единственный, кого видел на камерах, это Джози, который бегал по грузовому отсеку, и потом я с ним пересекся. Так, у нас есть кто-то рядом, вместе бегали, которые два мирных во время даблкила? Ну, я тебя видел. Ну, мы виделись только в начале. Нет, зачем? Ты же двери чекал туалетов, а я к тебе навстречу шел, тоже их чекал. А, нет, это точно, это я с тобой пересекся, гипертокс на туалет. Да, это... Я в Тенгра тогда поставлю. Что? Какого Тенгра? А, может это Финн был, кстати. А, ну слушайте, тогда по сути это... Точно, я же с гипертоксом пересекался, тогда это а кто еще со мной в Тенгра поставил? Кто со мной в Тенгра поставил еще? Я скипнул. Гипертокс, наверное. Да, гипертокс? Да зачем? У меня скин, блядь, работника, я туалет пришел чистить, ну. Бля, точно. Сори, я сегодня сонный и вообще плохо запоминаю. Беста убили на камеру, я репортнул труп лишь шестерых. Мы с гипертоксом были на кухне, меня изначально закрыли. И Тенгра был, И Тенгра прибежал потом, Тенгра возможно, это Тенгра, потому что мы были изначально вместе с гипертоксом, 100% мирны. Расскажешь в школе, если что, с гипертоксом был я на выкачке данных, а тебя как раз не было. Нет, гипертокс... Ну так, ну тут Финн максимально по-мирному делает архив сейчас, в данный момент. Не, я не делал архив. А что ты бегал тогда от стола к шкафам? Я не бегал от стола к шкафам. Я имею в виду, что меня закрыли на электричестве, в итоге я открыл дверь. Я просто насквозь пробежал эту комнату. Я знаю, но Тенгра там был со мной в самом начале. Ну, в смысле, он впервые тебя был. Вот. Не знаю, я только потом увидел, как он прибежал с какой-то стороны. Так, ребята, а кто со мной вместе в Тенгра поставил? Так вы скажете или нет? Джози поставил вместе с тобой. Да, я поставил, потому что тактика рабочая. Но смотри, шанс того, что попадем в трейдер, очень высокий, понимаешь? Думаю, мы можем втроем быть мирны, надо выбрать. Но мне Финн кажется мирным, на самом деле. Я думаю, Джози у нас мага подмазался, типа того. Смотрите, да, может быть, но Тенгра... Не, давайте в Тенгра поставим Тенгра, просто и выиграем. Тенгра потом прибежал. Тенгра не было сейчас. Алло, гипертокс говорит тебе, что я был там раньше тебя. Он ошибается, тебя не было там. Я был на кухне. Он на Wi-Fi со мной стоял. Он стоял на Wi-Fi, но когда офнули свет, он только потом... Все, извиняюсь, что забил.
Ну, просто мне тогда смущает. Хорошо, если Тенгра, то кто с ним второй мафт? Только без баш получается. Не, Финн, я не уверен. Без баш его голосовал. Как без баш мог быть? Я вместе с Джози в него поставил. Я голосовал. Да, голосовал. Тогда это гипертокс или мага. Надо в магу голосовать. Куда ты без баш проголосовал? Почему я в Тенгра поставил? Потому что уверен в Джози, я уверен в Тенгре. Ладно, вы проиграли. Это не Тенгра. Мага был вместе с Безбашом в душевой. Надо было магу голосовать, потому что это мага гипертокс. Я в него голосовал. Нет, я магу поставил. Я же сказал, что просто, это мага скорее. Да не, просто суть в том, что так как у нас Джози голосовал в Тенгра, разноцвет гипер с Тенгра, у нас Тенгра мог быть только с Безбашом. Блять, я очень поздно, вы уже проголосовали, я поздно узнал. Тенгра, ты вот зря с самого начала проголосовал. Я сказал, это Джози без баш, не мага, скорее всего. Хотя ты в магу все равно проголосовал. Я по первому раунду сказал, что это мага без баш, и мага говорит, что меня там не было. Не, я сказал, что я буду душевой, наоборот. Да, причем в душевой. Я говорю, типа, по первому раунду я сказал, что ты там был с Безбашом, да-да. А по последнему раунду я сказал, типа, что я там был раньше тебя, это Гипертокс подтвердил, а ты говоришь все равно, что я пошел позже. Это окей, но это окей. Но, все но это дезинфа от мирного, типа. Да, окей. Ну, я не мирный. Так кто, плюс, ну, это понятно. Да, да, да. Либо проблема. Ты хостил, либо дезинфа. Ну, в общем, суть в том, что да, мне с Тенгра двойка рисовалась только с Безбашом, а когда вы сказали, что он голосовал в Тенгра, это получается не Безбаш, у нас только мага остается с Безбашом. Ну, либо с гипером там. Но хотя гипер там наоборот. Все, чуваки, я отошел. Спасибо за игру. Я на пару. Давай, мага. Давай, спасибо, пожалуйста. Ты на пару каток отошел? Да, да, мне просто надо помыть. Хорошо, сейчас. Тогда тащим. А нахуя ты тогда связь вырубил тогда? Тащи, заходи. Здорово. Связь вырубил две катки назад, когда мы трейтерами были. Я понял, я на пару каток. Я? Дроич. Я не вырубал вроде связь, не раз. Не, не ты, Тенгра. Кто, да? Типа, когда меня кикнули, ты один остался? Да, да. Тебе я надо было просто один любой стил сделать? Я встал на камеру, и ты выключил. Да я ж не знал, как они расположены. Ну просто, так я встал на камеру, и ты врубаешь камеру. Так и думаю, у меня... А, не, я это сделал, потому что, короче, кто-то... А, Гипертокс поднялся на кнопку, он бы нажал кнопку. Да. Типа, чтобы он не нажал кнопку, я нажал саботаж. Понял. Хорошая игра. Дезертук при мне с ящером выпрыгнул из люка. Не палится. Дезертук вместе с ящером? При ящере, не, нет, я с ящером был, и дезертук перед нас выпрыгнул. Дезертук? Чтобы вы поняли, я еще, блядь, при других людях еще выпрыгнул, и при бесте выпрыгнул, блядь, и потом... Неважно, короче. А почему бесту умер тогда? Ну, потому что он увидел, он прям близко около меня был, когда я с ним тоже влез, блядь. Я потом прыгаю в винты обратно, и тут, блядь... Слышь, а может он такой смелый? Слышь, может быть он такой смелый, потому что это дабл должен был быть? Че? Да, подумайте над этим. Ящер артист, один маф. Типа ящер второй? Маф... А артист своего мафа голосует? Да, типа, нечего, ничего. Не-не-не, хуйня вариант. Мы сейчас по очереди друг друга выгонять будем, а он довольно сильный.
В грузовом отсеке Джози нашел. Не без башни. Так, но это не Танжера. Танжера? Не Танжера. Не Танжера. Ни Гипертокс, ни я, ни ВЛС, ни... Ой, ни без башни Тенгера. Остается либо ВЛС, либо Ящер. Я фотки проявляю. Я без башка не окрасняю, потому что если киллу секунд 8, то без башка как раз смог его сделать. А погоди, а где грузовой? Это справа самое. Это приблизительно оттуда, откуда ты бежал. Там где сейф. А, да? Не, я до тут не добегал. Я сейф в самом начале сделал, я больше не приходил. Никак не могу быть. Я говорю, ну гад, поставим, как Джози завещал. В ящера? Так просто ты видишь. Ты видишь, где сейчас Джози, поэтому лучше не слушать его. Никак не могу. Давайте считалочку на четверых. Если бы чел выпрыгнул под винтами, я был бы импостером, я бы прирезал артиста. Да, если бы это и был импостер артистом, он бы прирезал меня. Я с артистом никак не вижу. А там труп не зарепортили, там на кнопку нажали. Тогда без баш ВЛС, да? Да, давайте сейчас без баши снимем, а потом я уйду сам. А другие финны? Я согласен. Не нравится, как Финн подвязался, а вы другие финны окрасняете? Нет. Нет. Финн, что за дела? Я окрасняю Финна, я окрасняю Финна. А, ты, да, мы три человека. Не, мы сейчас, я стоял в этом раунде на админке, видел, что два человека были на палубе. Кто это был? А винты есть на этом, как его? Ну, два человека ходили на палубу, потом на кухне вдвоем бегали. Так, смотри, Финна не списывайте, вот кто его там окрасняет? Это ящер с артистом. Я спускался туда, артист, я спускался туда, и со мной бегал там Гипертокс. Поэтому Гипертокс бегал и не делал. И я был в правой, ой, я был с левой стороны, а у вас труп справа. Артист, я вас не могу быть, это либо без баш, либо ВЛС. А зачем комната, которая... А зачем вы скипаете, если у нас один трейдер 100% вышел? Пусть мучается. Просто вопрос. А я ходить не могу охуенно. Настройки нажми и закрою. Спасибо. Ладно, я думаю, что это без баш все-таки, окей, я готов не проголосовать. Слишком трейтерские движения, да, у меня были? Наконец-то. Нет, просто я с Финном иду, типа, перед нами дверь пытается закрыться. Я подумал, либо Финн, либо без баш, но Финн нажимает кнопку, типа, если сейчас без баша выгоняем, и игра продолжается, на Финна работа, потом... А, ты в курсе, что у нас тут есть никаких? А ВЛС, ты не хочешь потом, если что? Я сейчас с ящером сижу. А я узнал, короче, я не хочу находиться на этой карте, потому что я думал, что мне нужно будет доставать фотографии, а я пришел и квест автоматически зачитал, это неинтересно. До свидания. У меня в прошлый раз было такое. Я признаюсь красным. Не забудьте потом ВЛС выгнать, ребят, ВЛС. После меня. Сейчас ВЛС. Безопасно можно как бы кикать, да? Ты можешь замочить фотографии, их сразу достать, а потом прийти, и у тебя такой... Он фейкует насчет фоток. Вот я, короче, смотри, я замочил и хотел, так как у нас один мав, хотел посмотреть, как они проявляются. А они проявляются очень медленно, я стоял, доставал их, снова убирал. Он пиздит, я был там на этих, на фотографиях, там не было никого. Конечно, это не без баш, потому что десерт бы так не отреагировал, он бы, наверное, злился, что тот даблкил не сделал. Так и да. Наконец, там ящер был, а не без баш. Там ящер был, да. Ну вот именно, но он его и должен был убивать без баш, ящера. Артист, а что за ящер? Меня там не было. Вообще. Нет, а я не знаю, при чем здесь я, ребят, зачем вы меня кикаете вообще? Вы начнем с этого, блядь. А вы в кого? Он просто был с нами, типа, он пробежал дальше и за ним потому что кто-то закрывает дверь. Ну, я подумал. А-а-а. Так это я закрываю дверь, у тебя мертвый трейтер. У тебя мертвый трейтер валяется, типа, ну, логично. Так вы без башни трейтера только размутался. Ну да, у вас игра закончилась. Изи. С каких пор закрытие дверей? Да, типа, очернее человека. Ну, вы выглядели с обозначенным трейтером, он посмотрит. Я просто раскипал, типа, но сейчас что-то так подумал. Нас кто-то отлетел, по-моему. Это был дезертук в начале раунда, если ты прав. Да, не-не, я про дезертук. Это как-то по беспределу получилось, ребята. Сори, ребята, мага вышел. Мага, да-да-да. В смысле, а что по беспределу, без башни? Тебя нормально поканули? Ну, а сказали же, все... Ящеры-артисты оказались красными, потому что, типа, у них килл был не в КД, они бы точно замазали своего мафа. Они оба красных. Артем почему-то сосался с Финарготом в кладовке. Это все видели. Все, между тобой и мной. Я сказал, что не хочу, ну, первый хочу отлететь. Отлетел ты, сорик. Да, Бот, я подумаю, сделаю что-нибудь. Мы выпустим. А, понятно. Две скотобазы.
Суки. Неужели вы нашли? Охренеть. Нормально. Бать, да что вообще? Да у меня два это не ящер? У меня два трупа валяются здесь. Без ста и дорогого. Это не ящер, потому что я только что был с ящером. В принципе, он бы убил бы меня. Это не ящер, потому что он починил свет первый, второй. Вот сейчас свет я починил. Но первый свет Я никого не раунд. Короче, трупы валяются вот как с кухни выходить. Без баш в электрике только что умер. Без баш в электрике. Да, еще один труп? Я не знаю, где Тендра умер. Я видел Финаргота и Бестани валяются вдвоем за ручку около вот с админки, как идти они в сторону очень двигателя. Долго валяются, без баш бис, да. Недавно умерли. Тут двери закрыты были, тут двери закрыты были. В смысле, я Финаргота только что видел, у меня двери тут открывали. Никого вообще нету. Финаргота давно умерли. Ну, Финаргот валяется около этой, около кухни. А где он тебе открывал мертвый? Дверь? Он открывал мне дверь из комнаты, где типа папка лежит на столе, как и на библиотеку. Архив. Что, блядь? Ребят, у вас есть вообще подозрение? Они чего-то, что я Финаргот перепортил? Ребята, давайте кто-то кого-то окраснит, а я окраснюсь как свинота, и мы найдем трейтеров. Я никого не окрасняю за этот раунд, никого абсолютно. Я только что постиг новый квест, который выглядит как в алмазик, зеленый бриллиант, синий алмазик. Нам просто точно надо кого-то... ВЛС красный до конца играет. Алло, кто-нибудь может кого-нибудь окраснить? Алло, нет, я говорю, никого, никого. Тихо. У меня получился вопрос на оранжевый, когда он меня увидел. Я думаю, это артист почему-то. Я? Почему я? Я сделал так же код, я был на нижней палубе, я был... Короче, снимите дезертуку. Короче, рандомим гипертокса. Подожди, БЛС код написал. Я в дезертука поставил. Нет, дезертука. А почему? Потому что он убил. Ты сейчас даблкил меня выгонят. Смотри, это была команда меня выгнать. Ты должен это был понять, потому что под конец орут только трейдеры. Да понятно, что дезертук и Джози. Я не орал ничего, блядь. Джози и я орал, потому что мы сейчас... Я пришел первых у вас репорчу труп. Пук, реально пук. Ну, типа мы лузнем, если никого не выгоним, все равно какая разница. Чем VLS? Ай, давай по таймингу. И наверх. И кнопку нажать! Спасибо. Так, я точно красный, потому что я нажал кнопку ебаную. Че, артист не успел убить? Джози починил правый. Джози починил. Я сначала вел 5 нулей, потом было там 52, 311, что-то такое. Потом ты произошел, я думал, ты будешь меня убивать, я отошел немножко назад. 53, 211? 17, 579. У всех разные цифры. Всех разные, да? Да. Так. Объясните теперь мне, почему я трейдер, когда я при шестерых у вас репорчу труп. Так. Где я могу потенциально сделать еще один килл, где я точно знаю, что, чтобы скорее всего, у нас той части нету. На антилогике окрасниться, потому что понимаешь, что только что прям под КД это сделал. Я как думаю, ты убиваешь кого-то, бегаешь... И сразу же репорчу? Да, ладно, а репорчу. Мы могли гипертоксы правильно выгнать? Могли? Да, не могли. То, как он сказал, он поклялся красным на уходящий. Прям да поклялся? Нет, смотри, если бы мы вывели неправильный гипертокса, прижался бы под конец КД саботаж и уже закончили бы игру. Так нет, подожди. Мы выгнали гипертокса, они прожали саботаж, он сразу же прожался. А что ты стоишь, вот Джози улетел на платформе за кодом, а ты стоишь пердишь. Так, потому что я сделал свои 5 нулей, у меня загорела зеленая, вторая сторона не была сделана. Я отошел, ввел опять 52, там 300 что-то такое, типа смотрю, типа оно не сработало. Подходит ящер, я отошел назад, типа думал, меня уже будет убивать. Но типа он починил и поднялся к тебе наверх, все. Ладно, давайте Джози донем артиста. Ну, почему смотрите, артиста? ВЛС нажал кнопку сейчас, да? ВЛС нажал кнопку, Джози починил эту херню. Ну, хотя, кстати, у нас... Я ВЛС не подозреваю, думаю, ВЛС самый красный. Типа, я не понимаю, зачем ты меня говоришь. А я не знаю, кто черный тогда. А кто в гипертоксе проголосовал? Я голосовал. Я не голосовал в Артёма. Я голосовал в гипертоксе, потому что это единственное типа, ВЛС таким образом... Да голосуйте, блядь, 5 секунд, блядь. Продолжаем рандомить, значит. Что еще делать? Ну, я мирно и ухожу, у вас игра продолжается. Ну, артист, сори, очень сложно. Но мы следующий кик не можем. Ну, у нас хоть кого-то. Ноль информации, артист. Ну, может, у нас игра вообще закончится. Если двойка мафов, да? Да.
Я думаю, у артиста жопа сгорела от такого саботажа. Артист, ты же слышишь меня? Сгорела жопа, признавайся. Бля, ну это пизда. Кнопка, кнопка. Ребята, просто проверка на трупы. У нас... Я починил цвет. Я починил свет, а ты стоял на кнопке, я самый красный, пока дури Петю. Стоп, в смысле ты починил свет? Да. Я починил свет, стоп. Я починил свет, Я починил свет. Ребята, свет в разных частях карты. Я справа починил его на хранилище. Короче, Дезертук, я тебе просто логику объясню. На мой взгляд, если, допустим, ну что, скорее Илюша, всего, я выхожу, да? Илюша, если он трейдер, то нажимать на кнопку, да, это на только кнопку, в случае, да, если это ВЛС если... плюс гипертокс. Только в таком случае он нажмет на кнопку. Ну, а только если думаю, так. Я думаю, ну, просто, блин, надо понять... Ну, Джози, решай, типа, похер. Нам просто понять, что... Ящера? А если... Ящера застало. Петь, а если он с ящером стоял на кнопке, трахнул его, мы нажал на свет... Да, да. Да, блядь, я хз... Ну, ладно, просто... Не, здесь, понимаешь, вопрос... Ну, понимаете, у нас, типа, мы не знаем, кто второй трейдер. У нас вот гипертокс-артист, кто здесь просто... мы понятия не имеем. ХЗ, Илюша на кнопке со мной стоял в начале раунда, да, да, и мы свет выключился, одинаково. Он пошел именно его чинить. То есть он не стал, допустим, убивать меня, а потом идти потенциально кого-то еще искать. То есть, ну мне кажется, если бы он был трейдером, он бы меня на кнопке просто убил, я думаю... Да, короче... киньте меня в руку, я хуй его знаю. Братан, я ХЗ, но игра так, вообще без вариантов, да. Ну да, сэр. Ты мог? Да, да, да. Дезертук, ты зачем сгорел? Ну, я прям жопа, ну, полыхает немножечко. А ты красный артист? Зачем ты так рано включил? Нет, я, ну, трейдер. А зачем ты так рано саботаж нажал? Потому что я, блядь, здесь на трейдерах играю раз в триллоны. Понял, у меня там 10 или 12 секунд еще, я не понимаю, что мне делать. Да, я нажал, мне еще бежать просто. Саботажами спасибо, а то это пиздец, вот так вот, то, что сейчас было, да. Если вы не знаете, что делать, лучше не делайте, вот это по факту. Охуенно, без спасибо за совет, блядь, всегда ждал твоего совета, блин, реально. Я когда услышал еще после этого артиста фразу, что если бы вот и были трейтера два, вот тогда бы они точно нажали вовремя. Я бы такой, да. Нахуй, блядь. Да я уже не знал, я типа читал. Пот проступает уже там у тебя. А у вас типа КД не успел откатиться, правильно? Да, я слишком рано, да. Я еще двери ходил, открывал, блядь, мне не откатился. Повезло, что на нашей стороне был этот, как его... Повезло. Кто не я зашел? Просто был уверен, что артист мав, потому как он стоял просто вот под этой штукой и ждал. Я вообще ничего не нажимал, я просто ждал, когда у меня КД. Я каждую секунду, ну, хоть бы быстрее она закончилась уже, хоть бы быстрее, но нет. А я орал, ящер, давай, наверх залезай! Просто пипец. А кто не зашел? Без баш. Да. Без баш. Я его без баш. Без баш. Дезертук. Шо? А тебе нужен светозеленый? Ну, да. Все. Им дали одну игру за трейдера поиграть, и то там была супер нарезка. Что это тут за крысюк стоит за поворотом и ждет, когда кто-то придет? Да, я сам сюда только пришел, в лабиринтах этих заблудился. Стоишь на месте за стенкой такой и палишь. Да это не я тебе серьезно говорю. Это ого.
А где труп? Смотрите. Ого, смотрите, прихожу, собственно, на камеры. Там Бист выбегает с, якобы с починки связи, кстати. Ой, да я знаю, как ты это увидел. Подождите, никто, во-первых, не голосует. Подождите, я еще не договорил. Бист, а ты вот где файлы до этого скачал? Я ничего не скачивал. Ты ничего не скачивал, а почему ты выбегаешь с палубы? Я там прячусь. От кого? От ВЛСа или ящера. Я ну, понял. В общем, ВЛС, Бист оттуда бежит, я забегаю в лабиринт, Гипертокс просто стоит за поворотом такой, я туда спускаюсь, а там трупик. Я в лабиринтах бегаю. От ВЛСа видел навстречу? Я ничего не видел. Все шаги, стою на месте, там труп дальше. Я правильно понимаю, что это Гипертокс или Бист? Ну, я так, начали без знания, ничего не знаю. Что ты несешь? Как будто бы меня почему-то обвиняют, а у меня только один вопрос. Смотрите, я проходил квест с мусоркой, что там нужно сделать? Достать пакет из нее? Как? Достать пакет, да, да, достать пакет. А как? Ты окрасниться решил, да? Смотрите, куда нажимать? Нет, мне серьезно, вот вы нажали типа эту кнопку, а я до сих пор не прошел. На ручку этого мешка. Пакета, да. Работаем. Гипер, так что, кто стоял как свин? Ой. Да я стоял за углом, я стоял, но не я убивал чего. Стоял за углом, все-таки. Если ты смотришь, бы съесть меня, тогда? Да? Поджидал. Блин, слишком много. Финн, ну что это за фокусы? Ты меня тоже поставил? Да. Вот сейчас не понял немножечко по голосованию. Давайте посмотрим. О, а не, все нормально. Графика, начал мав. Так, погодите. Кто голосовал со мной в гипера? 4 человека еще. Это был я. Джози без башни, кто еще? Я в Биста ставлю. Так, артисты? Почему в Биста? Объясни свою логику хотя бы. Я в Тенгра ставил. Тенгра. Бисты в гипертокса, да, и Тенгры в гипертокса. То есть получается да. Бист, Тенгра, я... Джози и Безбаш, тут два трейтера, да? Среди нас. Ну, если гипертокс... А ты думаешь, что он точно, типа, мерный гипертокс? Ну, я думаю, что докинули. Потому что, я думаю, оба бы трейтера бы скипали, а там голоса пипец полетели. Там один туда, один сюда. Мне кажется, они просто не поняли, в кого голосовать и раскидывали. Не, дело не в этом. Просто, ну, смотри, будь артист вторым трейтером, он бы не голосовал бы в Тенгра. Или куда ты голосовал? Тенгра. Да. Типа, будь ВЛС вторым трейтером. ВЛС, ты что сделал? Я бы Биста скинул свою ручку. И гордюсь. Да, но он типа тоже бы, он бы скипнул, чтобы голоса набрать в противовес. Поэтому... Поэтому продолжаем выполнять квесты, проигрываем игру и будем наказаны за кик гипертокса. Поэтому в теории у нас два трейтера, поэтому надо скипать, конечно же, однозначно. Все, ребят, да. Да, мы сейчас скипаем. Ну, скорее всего, реально... Я думаю, что двойка Бист Тенгра. Но Бист реально очень странно там прятался. Да. Да. Бист. Ты обычно прям на камерах стоишь, и тут, видите ли, сыканул куда-то. Плюс ты рядом с киллом был. Ну, в общем, это Бист. Это Бист. Он признался. Саботаж не нажимай только. Зачем? Сука, я только сейв доделал, блядь. Зачем ты труп замазал? Только что я на камерах видел артист Тенгра вместе. У нас артист, но я же говорил, что артист мирный. Подожди, а ты кнопку нажал? Сори, только вернулся. По поводу
Кто у нас на камерах стоял, это пиздеж, потому что я только что с Бестом был в электросети, я не мог быть с артистом. Так Бест говорит, что он Бест говорит это. Да, мы были по электросети, да, но до этого я видел, как ты... В ящики вот эти, вы там вместе, ты пробегал мимо него. Да но... я говорю, это бист, пацаны. У нас первый бист, а второй получается Джози. Это может и бист, просто... Катку опять. Почему бист? Просто ладно, хорошо. Зачем нажимать почему? Кнопку? По факту, у нас ноль информации, мы сейчас оказываемся, нам обязательно... Я поставил нажать. Я всю игру ставлю в биста. Он сказал, окей, что... Окей, я ставлю в биста, все, я понял, мне похуй, мне похуй. Играйте сами. Это какой-то тиль. Пахнет тиль там. Я даже не хочу оправдываться, блядь, вы даже не слушаете. Ну, Джози второй, надо было Джози пока на дна. Ребят, мы, может, пообсуждаем. Если вам нравится, не, умирать проебывать, обсуждать нахуя. Но я просто не понимаю. Не токсичный амонг. Спасибо, что не нажали саботаж, как просил. У нас ноль информации, и типа, ну... Бля, что такого? Ну вот нажал я кнопку, и что? И ты не нажал. Мы не знаем, где друг, мы не знаем, кто с кем был. Раунд продлился 15 секунд. Не, Бист говорил, что Тенджер был с артистом по камерам. А Тенджер говорит, что был с Бистом в лабе, блядь. Я запутался вообще. Ну, вот это вот, лабиринт. Да-да. Ну, Тенгра и Джузеппе, значит, все. Сейчас посрался. Джузеппе. Без башни, уходи в следующий раз кнопочки. Мы разберемся с саботажиком. Я слышу, слишком долго связь чинилась. Ну, я думаю, вы понимаете, да, то, что у нас один трейдер остался, и без так кикнули правильно. А кто-то еще? А кто-то умер всего, сейчас? Да. Нет. Нет, сейчас никто не умер. Все, Джози кикаем тогда. Ну, а потом? Джузеппе. Что потом? Почему потом? Смотри, Бист предлагал вешать Тенгра, а в итоге, как бы, Биста убрали, Бист был мафом. Ну, смотри, я тебе сейчас фокус покажу, смотри, я голосую в себя, вот, а потом вы думаете, что дальше. Что за марафон в себя голосование, я не понимаю. Прошлый маф уже в себя поставил. Фокусы показываю. Потому что игра-то продолжится, понимаешь? Понял? Не-не, мы голосуем в Джози, потом, короче, начинается новая игра, и мы думаем, в кого голосовать. А, ну прям базаришь, да, так и произойдет? Так, подождите, мужики, вы куда руки поставили? Мне просто на 2 в 2 закрыть сильно. VLS-а надо, конечно же. Не, реально, куда руки оставили? Да, в меня голосуем. Я в Джози поставил. В меня, и я показываю вам фокусы. Смотрите, сейчас игра продолжится. Пранк смотреть до конца, девочка держалась. Я, короче, в консоль ввел, сейчас игра продолжится, я забаговал вам игру. А, ну что, у нас Тенгра маф. Я понял. Да, у меня кнопки нет. У нас Тенгра маф, он ждал на починке связи. И получается у нас Гипертокс был мафом, а не бист. Блять. Даже без баш. Прикольно. Тогда... Ну такого я не ожидал. Бля, Тенгра... Тенгра, иди проверь трупы. Ага. Так, блядь. Сука, так и знал. Зачем он это сделал? Что рассказывайте, ты? Рассказывайте, что? Ребятушки. Я вместе с Тенгером был в ванной, а потом он убежал. Я думал, ты маф. Смотри, я... В смысле, блядь, вы нон-стопом были, что ли? Нет. Слушай, короче, я понимаю, что килл был, но я все равно понятия не имел, где он, вот. Короче, с тобой резко... Я его нашел на админке, я пошел на админку посмотреть, где труп лежит. И как раз на админке нашел. Тенгра не обвиняет без баша в селс-репорте? Тенгра? Я не знаю. Все может быть.
Ля, ребят, решайте. Блин, мне очень важно, вы были сейчас вместе или нет, или кто кого окрасняет. Без баш, подожди, а почему решайте, если я резнулся с тобой, и после чего БелАЭС меня видел в душе? Как я мог, по-твоему? Я тебя видел в архивах. После этого я пошел к этому, к кнопке, после этого я пошел на админку, и там зарепортили труп. А теперь смотри еще раз. Я резнулся с тобой, после чего немного позже меня БелАЭС видел в душе. Я мог сделать. А там винтов нету никаких? Понял. Так, нет, короче, я смотрите. Просто спрашиваю, я просто не шарю за винты. Я на мужика просто... Безбаш, ты маф? А, что? Ты меня поставил? Нет, 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 я поставил в тенгра, поэтому тебя спрашиваю. Ты врушка, что ли? Какой? Нет, я поставил в тенгра, ты маф? Мне кажется, ты наебываешь и в меня поставил. Да какая разница, если ты, ну, если ты маф, ты скажешь, я маф, а я уже руку никого не поменяю, понимаешь? Нет, так я поставил в тенгра, я не байчу. Я не байчу и не откатываю. Подожди, Безбаш, ты тоже в меня поставил? Не, я в ЛС поставил. Красава, ман. Ты дал мафу решать, ну, тенгри. Если ты мужчина, поставишь себя, и ошибка без баша будет исправлена. Я не маф, алло, еще раз говорю. Тогда можем попилить и надеяться, что он нас не догонит, тенгра. Нет. Ставь в без баша. Нет, слишком плохая идея. А, понял. Бля, нахуй, на, нахуй ты в себя-то ставишь? Я ж тебя не ставил, я поставил ВЛС-а единственное. А, это без баш ставил. Вы видели этот клатч? Хорош, Пинаргот больше людей поубивал, чем им. Блин, я думал, бист мав. Биста вывел. Все такие, это бист, блядь, это бист. Вам по кайфу меня кикать просто по нулю, блядь, без инфы. Вообще, типа, поебать на все. Я говорю, это, блядь, рядом со мной стоял этот... Так ты сам предлагал тенгра выгнать, алло. Да, ну он был около меня. Это единственный человек, которого я видел, блядь. И все равно, anyway, меня мне говорят, что я трейтер каждый раунд, типа. Там не важно, тебя кикнули бы тенгры, так же меня А почему меня кикают, типа, что, почему это я остальные кикают? Это все из-за кика гипертокса в начале игры. Хорошо, Финн говорит на меня инфу, ладно, Финн там видел меня по факту, но остальные просто вслепую играют. И вот эти ваши кики, типа, это просто мемно. Да ладно, чё? Блин, клоуны в чате продолжают писать какую-то чушь про... Что я разъебал за трейдеров. О чем вы вообще говорите? Если у нас уходил бы в том раунде либо бист, либо тенгр. Они оба мирные. Аналитики. Тут Джози, хуйози. У нас потом мы отыгрываем от... Тебе не смущает то, что все были, типа, согласны с тем, что бист ушел мафом, а гипертокс ушел мирным? Все. Так, ладно. Там где-то за углом гипертокс стоял, опять что-то притейт. Ладно, что-то, не знаю, гипертокс. На, стоял. Финн, ты нашел в главном зале ближе к душевой? Нет, я нашел в двигателе. Там только что гипертокс сбежал в двигателе. А ты знаешь, где кто-то еще лежит? Вы что, вообще угораете, что ли? Мы с Ильей сейчас бегали. С кем ты сейчас бежал? Внизу, где кухня, мы бежали с Ильей, потом разминулись, все. Я на камерах сейчас быстро клацал, вот как раз в момент репорта мне показалось, что гипертокс по этой бежит, там, где двигатели. Мне кажется, вы оба в меня вкидываете. Нет, я не буду вкидывать, я голосовать не собираюсь. Я просто так, а я когда в душике мыл состоял, там двое мужчин пробежало. Я подбегал к себе, да. Что? Я проводочек делал рядом. Так, вот теперь поподробнее. Здесь есть душик. Ну я рядом стоял, я ничего не делал, я в душ не заходил. Я рядом? Я рядом стоял. Я рядом стоял. Джонни, они на деревьях! Флэшбэки, флэшбэки! Я рядом ушел. Я в дезертука поставил, не шучу и не байчу. А рядом с тобой был? Я да, дезертук, ты с кем был, я не очень просто видел. Да, я не помню, кто там пробегал, реально. Килосекунд, там я пробегал, и артист пробегал вниз. 3 секунды, дядя. Да я не знаю, у меня не было света, и я хз. Так электрика уже. Просто я тут пиздел с людьми в чате, которые утверждали, что кикать биста это было супер это нелогично, блядь. Да забей. Но... Люди, которые проиграли немножко баллов. Я в Авдеич. Ну по факту вы меня кикнули, хотя я говорил, где я был. Но запомните мою инфу, что гипертокс сбыгал двигатель. Кто в дезертука поставил? А кто в дезертука не докинули? Где находится двигатель, чувак? Там, где ты бежал в конце.
ВЛС выгнали. Что такое? Ну, я спускаюсь в двигателе, он, во-первых, странно движется, вот такой, ну, стопорится в главную комнату. Я просто двигаться по этой карте не могу. Там трупы артиста, все, ВЛС, давай. Я не убивал никого. Я не убивал никого. Если... Это наглая попытка. А Дезерту, кстати, мертвый. Смотрите, да, мирный. Да, если хотите, можете скипнуть. Он Дезертука убил? Не-не, никаких скипов. Не, я труп артиста нашел. Он увидел, что Дезертука трахнул его маф вот по этой фишке с КД, типа, чем 50 секунд. И сейчас пытается нагло закрыть на 2 в 2. Потому что я на этой карте булка, которая вообще не понимает, что делать. Я сидел... Кто-то есть на камерах, чтобы сказать? Я вот на 2 в 2 тут люди на 2 в 3 не могут килл сделать и выиграть, а я буду игру делать на 2 в 2. А где ты момент репорта? Момент репорта, ну где-то в середине карты. Допустим, ну да, кстати, мне кажется, критика вот теперь на пятерых, а не на шестерых. Душей и выше. Учитывая так. Душей. Джози, а ты где? Я сейчас слева снизу, там, где кухня, мы с кем-то свет починили, там кто-то подбежал, вместе со мной свет чинил. Это... Ну что, Илюш, говорят, плохо ведешься. Чатик, еще раз напомню, что скоро меня... За что? Алло, я сделал сейф. Заменит Дина. Ты где, Безбаш? Сделал сейф. А в 21.00 лайфлайн. Я подрублю джазовый концерт на своем твич-канале, поэтому можете заходить, если у вас будет время. Это будет необычно, мне очень интересно, что вы об этом скажете. У нас там будет сообщение с моим отчим музыкантом и прочее. Если что, Безбаш зареспавнился со мной. Мы его ЛСа выгоняем, ребят? Нет, Безбаш, алло, что вы делаете? Кого вы выгоняете? Клоун. Вот как Кристаф в том раунде выглядит. Дезертуком. Вот один святой человек скипнул. И Дезертук мертвый. Кто скипнул? Я поставил. Трейдер скипнул. А кто скипнул? Вопрос. Ну он уже не признается, мне как кажется. Ты это себе считаешь? Кто тебе это скажет? Вообще хлебать говоришь. Причем тут разбираешься в музыке, не разбираешься, разные жанры есть. Ты вообще адекватный или что? А зачем? Я все так же предлагаю в Безбаша. В смысле ты меня предлагаешь? Ты разве предлагал это? Все хорошо, да, один трейдер в конце прошлого раунда. Так у нас все равно 6-1 трейдер. Не, погоди, какие ваши доказательства? Вот, слушай, я резнулся с Дезертуком, вот, я с ним чинил свет, мы его поломали, я его дочинил. Дезертук умер где-то около туалетов. Ты сказал, что... Ты сказал, что ты все это время делал сейф. Да. Ну, типа, я видел, что ты с нами резнулся. Блин, думаю, он две игры подряд, кстати, делает сейф. Ну, на этот раз я правда делаю сейф, ребята, правда. Сейф поделал. 3, 7, 4, вот мои циферки. Ага. Что, ты его с после первого этого я добежал до лайфлайнов из синего, а артиста зарекался. Мы поломали свет, и починили. Я предлагаю... Слушайте, я предлагаю скипнуть и просто доделать квесты хоть раз в жизни. Тут их... Ну давайте сделаем. У нас половина тасков, без баша. Хотя стоп. Да какого фина в размен, блин, алло? Да, может. Блять, ну я бы саботаж бы, наверное, прожал бы, убил бы кого-нибудь перед разменом. Да, ты просто на чат отвлекся. На чат ты прожал саботаж, да. Либо второй трейдер тебя заруинил, и ты сидишь в тильте, блядь, и второй трейдер нажимает не вовремя. Скажите, кто правую кнопку нажал. Правую я починил. Вот было бы два трейдера, вот тогда бы точно нажали вовремя. Танжера, ты? Я думаю, ВВС маф ушел. А ты потом на платформе, что ли, переехал? ВВС 100% мафом ушел, он вам даже ничего не сказал, когда уходил, чтобы в размен кого-то забирать или кнопки нажимать. Что такое размен, а стоило бы вспомнить. Если у меня квест с пробками, я не буду его делать. Убейте меня, пожалуйста.
бегает за мной упырь, а? Ну давай, Джози, ты справишься. Блядь, Джози! Джози! Блядь! Блядь, Джози! Сука! Я сейчас в дурку просто попаду. Меня в дурку сведет после этих. Ребята, очень тяжело с рубильником. Да ты пипец. Ну блин, Джози, я за тобой слежу, мне больно даже от этого стало. Не надо смотреть. Ты подходишь, ты первый. Нет, Джози мирный, гипертокс убил Тенгра. Я не мог первый найти просто очень долго. Ну, ты тут ошивался вместе с нами, я с Джози спустился. Там труп под нами, да. А гипер меня не смотрите, в лабиринте. А где труп вообще был? Смотрите, там же, где мы с тобой бегали. Это либо гипертокс, либо бист. Как бы можно по очереди хикать просто и все. Мы сейчас с вами разминулись, я внизу с вами стоял. Я побежал налево. Я не знаю, где его труп нашли, если честно. Куда ты налево побежал? Ну, от лабиринта налево, где мы с вами разминулись. А что там слева? Ну, в сторону кухни, где камеры эти стоят. И что, биста ты не видел по дороге? Нет. Бист, ну, я пошел, в смысле, туда, потом был репорт. Я же не говорю, что я добежал до туда. Бист, я тебе просто ориентир даю, в какую сторону. Я его видел. Ну, вот. Я тебя видел, но секунд 10. В смысле, до репорта еще секунд 20 назад. У нас гипертокс еще по первому раунду выходил. Говорили уже, что он у двигателей был. Биста. А потом можно и биста. Странно, что он меня не убил. Нет, мы с ним наедине были некоторое время. Знаешь, я что не понял, короче? Нет, да понятно, я трейдер, но просто я не понял. А как ты зарепортил у меня лично на скрине за метров 20? 10, ну точно. Не знаю, я вышел, у меня кнопка репорта появилась, я зарепортил. О, труп вообще далеко лежал. Нет, очень труп далеко. Не далеко. У меня тоже кнопка репорта загорелась. Ну, если точно не в области репорта. Я просто ты меня убил, ждать. Они поднимались, они были, ну, не знаю, там, вдруг. Потом я не понял, как на первом килле вы меня видели, если я вас вообще не видел. Ну, типа этого. Так, по камере. Так сказали, что с тобой кто-то бегал. Я твой импостер спалил. Нет. Там другой был. Безбаш сверху около платформочки, которая такая. Да, да, я понял. Платформочка. Вот. Я на ней перелетел, а он, ну там, лежит, отдыхает. Только что Дизертука видел в электрике. Подожди, да, в электрике с ящером тащером виделись. Кто электричество чинит на еще... палубе? На палубе это которая с... по внизу центру слева. А внизу слева я сейчас. Ага, все понял. Джози для меня мирный. Спасибо, Фин, ты для меня я... пока непонятно. А с кем непонятно. Я был? Я видел гипертокса и Тенгра, они уединились его библиотеке, я не стал им мешать и убежал. Подожди, на перделку. А ты не видел, кто слева направо ехал на перделке? Не, я ехал слева, нет, подожди, справа налево я ехал,
и нашел там труп этого перчика без башни. Так она типа по дефолту слева респавнится. Да. Ну, может, уже кто-то переехал? Так он слева и поехал. Да нет, нет, он, я справа он налево, налево поехал, справа, потому что он с нами резнулся. А я не видел никого, кто бы ехал к нам. Значит, кто-то сел в люк, потому что я видел, там снизу есть люк. Кто-то сел в люк, да. А кто не говорит, с кем он либо был? Либо ВЛС. Ну, я ящера Тачера только что видел. Ну, или это селф-репорт, но вы об этом не думаете. Ну, да. Гипертокс, Тенгра, ВЛС норм, Джози норм, но остается дезертук, ящер, артист. Я думаю, это артист. Да почему ну, я? Все, ну, пикаем артиста? Ну, Ян, там, где кнопку, вожу код сбоку. Мы только что с дезертуком виделись в ВЛС. Виделись в электро, да. А-а-а. Ну, с артистом. А, хотя, погодите. Я в скип. Я в скип. Только мафы голосуют в людей. Тогда голосуем ВЛС. Лол. Замазанный, значит. Может быть, десертук и я еще хотят своего выгонять. А, реально. Алло. Спасибо. Так, у меня вопрос по прошлому раунду. Смотри, я резнулся в карцер и побежал, и платформа была справа. Соответственно, Вилэ зарепортил слева. Ну? А платформа справа, это как? Он же сказал, переехал. Я же тебе говорю, я переехал и нажал репорт. Ты как вообще, слушаешь или подожди, нет? Ты переехал справа налево и нажал репорт. Я переехал справа налево по умолчанию, и нажал репорт. По умолчанию платформа находится слева, то есть Тенгра ею уже кто-то воспользовался. Так я же объясняю, смотрите. Вот там вот, где лестница наверх, к кнопке. Хорошо, хорошо. Я знаю, что она по умолчанию слева. Теперь смотри, ей кто-то воспользовался, допустим. Да. ВЛС поехал на ней налево и нажал репорт. Да. А, соответственно, я в этом раунде резнулся возле карцера, самая ближайшая. Я не знаю, считается... Прибежал, и платформа справа. Смотри, считается, да. Я и нашел репорт, никто не мог успеть. Поэтому либо ВЛС чего-то не договаривает, и это его маф убил. И он да боже мой, ты понимаешь, Тенгра, то, что заспамился человек слева, убил на кнопке, проехал на вагонетке он направо, пошел, винтанулся. Он говорит, что он сейчас проверил, и платформа справа. Сейчас платформа справа, а ВЛС говорил, что последний раз, когда он взял платформу, она слева должна быть. Слушайте, я скажу, я с нее не слезал, я нажал репорт еще на платформе. Я не знаю, как это равно была слева. Ну, я не знаю, я тебе просто рассказываю, как было. А парни, что-то нюанс, какая-то душка по платформе началась. Да, реально. Мы сейчас с Тенгром вместе на ней кататься будем, я вдвоем на нее вместе залезу. Вместе нельзя. Еще есть такой нюанс, что тут работает, когда под конец скидывают, в него голосуют. Финн вкинул в артиста, в него никто не поставил голос, это немного странно. Вот. Это приятно. А, ну выгоняем артиста, получается, правильно? Нет, я не хочу никого выгонять, но просто... И вот артиста кто-то поставил. Момент. Мое завещание Тенгра мирный, если я умру. Так, смотрите, чатик, напоминаю, это последняя катка, потому что дальше я отдаю ребят Дине, она заменяет меня, и там еще СПТ присоединяется. Также, напоминаю, сегодня в 21.00 по МСК, то есть через 3 часа у меня будет стрим с моим отчимом, где мы устроим джазовый вечер. Поэтому буду всех рад видеть на своем канале. Я уже больше 2 месяцев вынашиваю эту идею, и все, не мог собраться. Я видел боти, не надо смотреть. А, на нижней палубе гипертокс лежит. Килл 4 секунды. Но этот килл не делал Финаргуд. Этот килл делал не Джози. Да, согласен. Делал не Джози. Угу. Это был не я. Артист, наверное. Получается. Я бы продолжил все равно душку в платформе. Где она с начала раунда появляется, блядь? А я не знаю, она восстанавливается в начале игры слева. Она спавнится слева, а потом я вот слева. Это не знаю. Так, а если она заюзалась, и она, ну, была налево, почему она сейчас стоит до сих пор направо, блядь? Я и вот этого тоже не понял. Ну, типа, объясните мне просто. Я вам объясняю еще раз, смотрите. Ты нажал, так все равно платформа-то едет. Ты стоишь, платформа едет, блядь. Вы хоть раз репортили, будучи прямо на этой платформе? Вот, я репортил, когда платформа ехала ко мне, на ней был труп.
И потом она, знаю, она в конце оказалась там, где... Возвращается должна или где? Или там... Не возвращается, по идее. Не возвращается. Нет. Парни, если вы хотите меня выкинуть за то, что я не понимаю, как работает платформа, я зря нажал репорт, по-моему, это был труп без баши. Лучше бы он там гнил под этой лестницей, чертовой. А я просто шел выкидывать свой мусор. И нажал, ну, я не знаю, нужно... У меня есть подозрение, что это дезерпук, но я пока скип. Либо это саморепорт от артиста. Дезерпук вряд ли, потому что... Побегал, побегал, потом пришел зарепортил, но это глупо. И мы с ящером видели... А у нас получается тогда двойка артист Тенгра, да? То есть, артист, труп, труп слева снизу, да? Ребята, да, я был на... Но я думаю, это не Финаргот, потому что я мы с Финарготом в начале раунда вместе пробежали еще через камеры. Я был в лазарете, килу 4 секунды, Джози вышел с электрости. Ящер и Финн окраснили друг друга. Соответственно, да у нас артист ВЛС дезертук, артист ВЛС второй раз, типа, по килу. Да я один, единственный маф, успокойся, Тенгра. Я платформу тебе еще сломал. Рокоти, ты прежде чем копипастить сообщение, можешь зачем? Прочитать его? Что такое... А у тебя очень фитиль работает в КЛЕ или баре, что? Что такое КЛЕ? Кафе. Как? В каком, блин, кафе? А при чем тут джазовые музыканты и кафе? Хочешь меня убить? А хуй тебе. А ты тоже меня хочешь убить? А иди нахуй. А идите в жопу. Разумеется, что я все расскажу про отчима, потому что у нас отдельный стрим будет этому. Блять, лучше бы в Финаргот ебнули, который у меня каждый раз что платформа просто приезжает и уезжает, блять, на них. Да потому что я типа думаю, ты меня хочешь убить, уезжай туда, а там ВЛС меня ждет. Я такой, блядь. Вот так вот, блядь, ты просто берешь платформу. Где килл? Ребят, килл в лабиринте, там, где вот это электричество и все остальное. В лабиринте. Этот килл не сделал ни ВЛС, ни дезертук. Я смотрите, бы дал управу, ну, эту херню. Смотрите, да. Это был не... Этот килл делал не я. Смотрите, если ни ВЛС, ни дезертук, ни Финн, если вы действительно троем катались на этой платформе, я стоял на админке. Один был на нижней палубе, это ящер, я приходил, проверял. А два человека находилось на лабиринтах этих. Но... Это Джози без башни. Да, но он и Джози чисто по приколу решил зарепортил, правильно? Я думаю так. Я думаю так. А вы не думаете, что артист на самом деле не стоял на админке и не проверял ящера, ребят, который стоит на палубе? Ящер, я приходил к тебе, ты сначала скачивал данные. Я просто думаю, Финаргот больше мирный по предыдущему раунду, потому что артиста не видел, он не убивал Гипертокса. Гипертокса он не убивал. Откуда я тогда знаю, что ты сказал, что я скачал данные, а потом мы с тобой увиделись, когда ты приходил. Меня сейчас окрасняет Финн, а увиделись потом, и ты спускался. Я думаю, это артист. Я думаю, это артист тоже. Да как артист, я тебя видел! Стоп, это Джози, ящер двойка, все. Какой ящер? Это не ящер, это Джози, блядь, еще кто-то. По предыдущему раунду то, так что ящер, ты... Так а ящер, я сейчас во время саботажа решил... Вы слышали? Ящер только что предлагал артиста голосовать. Алло, а я труп зарепортил по приколу чисто. Да. Но у нас вариантов других нет, понимаешь? Да у нас Финаргот гений вкидывал. На самом деле это артист Финаргот, и они нас всех трахнули уже. Ну, получается. Трахнул вас, катаясь на вагонетке, поняли? Ты меня только трахнул, катаясь на этой вагонетке, блядь. Боже, как, блядь, ВЛС посыпался, а вы его не затопили за эту хуйню. Чё? Прикол. Кто кого видел? Я труп нашел. Я теперь буду до конца игры ставить ВЛС руку, потому что без баш, который мертвый, сказал, вы как вы не кикнули ВЛС за эту хуйню. Ну, типа, я буду до конца ставить руку, я буду параноид, что это ВЛС. Я не знаю, зачем это сказал.
Я его килл, где уголь засыпается, как вы эту штуку называете, я не знаю. Короче, стой, стой, артист, ты сейчас уехал на... Я на вагонетке, ящик спустился с этого. Да, ну тогда мы в любом случае, даже не несмотря на клуб без баша, мы кикаем ВЛС, потому что я только что ящера Тащера видел. Вот. Понял. И он, да, ящер Тащера меня должен был видеть. Вот, я видел, что лучше видео артиста из Дезертука. Да, я тебе уже руку поставил. Да, а без баш лучше молчи, блядь, когда мертвые. Простите, блядь! Да не, я не Фин, найди плюсик вместо меня, пожалуйста, Финргот. Смотрите. Пойду уже. Так, нет, подождите, я сейчас, я заканчиваю, но я вас отправляю к Дине. Кто остается? Все? Я остаюсь. Я ливну. Меня оскорбил без баш, я с ним в одного я пойду. Я тоже, наверное, пойду. Вилэйсик, прости, пожалуйста, родной. Так, я, не хотел, я не хотел этот микрофон говорить, правда. Давайте тогда, давайте кто продолжает играть, перейдемте к Дине в Дискорд, и я тогда помогу добрать сейчас. Да, это мага надо еще разбудить, где он там пропал. Фин плюсы нужны? Ну да, да. Так, Бис,